за Жим. Угу. Тампон. Угу. Подсуши тут. Ага. Ну что, как там наш спортсмен? Ничего, держится. Молодец. Так, а это что у нас такое? Что там, Федор Михайлович? Неожиданно. Есть. Мячик. Ну, мячик я нашел, а ракетки, к сожалению, нет. Еще как будет. Даже вот вам трофей передавал. Что это? Это мячик из желудка вашего мальчика. Вот как он туда попал, это уже вопрос к вам. Ой, доктор, он такой хулиган. Я ему и мясо свежее покупаю, творожок, а он тащит в рот всякую гадость. А может быть, ему витаминов не хватает? Ну, видимо, ему не хватает резины. Он же лабрадор, мальчик ваш, а неизвестный обжора. Поэтому после операции 2 недели вы соблюдаете диету, а когда будете гулять, постарайтесь избегать помоек. Спасибо, доктор. До свидания. Ветеринарная клиника Зверовита. Здравствуйте, я вас слушаю. Как зовут? Ага. Владимир Владимирович? Хорошо, а кота как? А, это и есть кот? Хорошо, записываю. А вот это что такое? Это расчет нашего бюджета. И ты знаешь, мы пока что укладываемся и, возможно, даже сэкономим 5% или 7%. Что? Да, если откажемся от голубей и сократим количество воздушных шаров хотя бы на треть. А? Не согласна. Да. Ну что, воркуете, голубки? Да нет, вот наоборот, от голубей отказываемся. Планируем свадьбу, столько всего нам нужно учесть. Ой, завидую тебе, Ритка. Очень хороший тебе жених достался. Спасибо. На Павлика всегда можно положиться. Да нет, это мне повезло. Потому что мне досталась просто идеальная женщина. У Ритули всегда все под контролем. Вместе мы отличная команда. Я же говорю, здорова ваша Мулечка. Да как же так, доктор? Муля на лапку не наступает. Ну, я не знаю, почему не наступает. Все кости у нее целы, видите? Все фаланги целы, лучевая. Да что вы мне эти рисунки показываете? Муля на лапку не наступает. Ты ее лечить должен. Простите, пожалуйста, Игорь Николаевич очень хороший доктор. Если он говорит, что все в порядке, то значит, так оно и есть. Вострякова Анжела Григорьевна, Востряков Игорь Николаевич. Фамилии-то у вас одинаковые. Муж твой, что ли? Да, мой. Ага, ясно. Сговорились, и Мулечку мою лечить не хотите. Где ваше начальство? Здравствуйте. Я начальство, жалуйтесь. Вот, Мулечка на лапку не наступает, а они говорят, что здорово. Дайте мне вашу Мулечку. Мулечка, мою хорошую. Вот, видите, я говорю. Анжел, дай карту. Вот, вот. Так, 2 недели назад жалоба на хромоту. Правая передняя лапа. Ну да, она как с дивана спрыгнула, так вот правую-то лапку и... А бережет-то на левую? А, правда. Симулянтка ваша, Мулечка. Вот-вот. Ай, Мулечка, да как же это так, да? Ты что же, ты меня обманываешь, значит, а? Разве они так умеют? Ой, да, они еще и не так умеют. Ваша Мулечка просто ревнует и всячески привлекает к себе внимание. Они часто так делают. Хитрюга. Хитрюга ты моя. Спасибо.
Пойдем, я тебе косточку куплю. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Свет, я сколько раз просил убрать с сайта надпись, что мы лечим любых животных. Я ведь не орнитолог, не ротолог, не герпетолог, я хирург. А мне тащат весь вот этот птичий рынок. Котов, ты не просто хирург, ты талант. А по поводу сайта я подумаю. Кстати, сегодня ездила в Росветнадзор, подала заявку на лицензию. У нас же еще не все готово. Я успею все подготовить. Они сказали, что в течение месяца приедет комиссия. Систер, мы что, не помешаем? Нет. У меня просто тут сумасшедший дом, как всегда. Нет, сумасшедший дом — это у меня. Ты знаешь, я даже сегодня в обед с работы ушла. Вообще не успеваю готовиться к свадьбе. А что, твой Павлик зануда не расписал подготовку с точностью до секунды? Свет, он не зануда, он просто очень правильный и пунктуальный. Кстати, не вижу в этом ничего плохого. Значит, не расписал. Нет, расписал. Мы сегодня едем в салон забирать покупки, которые он заказал по интернету. Скажи, ты приедешь на девичник? Ну, конечно, я уже билеты купила. Ура! Свет, ну сколько можно? Я же хирург, а не психотерапевт. О, Рит, привет. Это что с твоей сестрой? Замуж выходит. А. Ну, рад за нее, поздравляю. Ну, по твоему лицу не скажешь. Жалеешь, что жених не ты? Жалею. Селезнем. Вот какой-то урод в парке решил пострелять из пневматики, пробил ему крыло. Но кость не задета, дробину я извлек, рану промыл, так что жить будет. А вот с дамой, которая его привезла, проблема. Я сейчас приду. Важный звонок. Это был он? Мне не показалось? Если он это Котов, то нет, тебе не показалось. Нет, а скажи, что он делал у тебя в кабинете? Ты взяла его на работу? Ну, а что здесь такого? Он прекрасный врач. Свет, он безответственный и наглый тип. Может быть, ты забыла, что он сбежал перед самой нашей свадьбой? Рита, это было 10 лет назад. Ну и что? Он меня бросил. Знаешь, вы оба хороши. Не могли найти компромисса ни по одному вопросу. Ты всегда была слишком правильная и нудная. А Котов — это... Котов — это Котов. Свет, вообще-то я твоя сестра. Ты поддерживаешь какого-то... Неважно, ладно. Скажи, ты сообщила ему про мою свадьбу? Ну да, сказала. А он что? А он? Ну, а он передал тебе свои искренние поздравления. А даже так? Я вообще, Свет, не понимаю, зачем ты взяла его на работу, правда? Знаешь, люди меняются. Котов тоже изменился. Стал более спокойный, ответственный. Да, Светочка, ты права. Люди меняются. Котов нет. Извини, но мне надо идти. Пока. Света! Свет! Я все лето ходила в парках кормить. Вот этого селезня и его подружку. Она такая маленькая, невзрачная, но такая преданная. Я сегодня пришла, их нет. Я думала, что они улетели. А потом смотрю, все улетели, а она с ним осталась. До сих пор поражаюсь, как такое в природе бывает, а? Ну вот все как у людей. И любовь, и преданность, и верность. Вот у них как раз все не как у людей. Циник ты, Котов. Вот я, например, с мужем уже 15 лет живу. И ни разу не поссорились, да, милый? Да. Милочка моя, 15, я с мужем 30 лет не ссорилась. И что толку, он взял и ушел? Сказал, что жизнь по привычке – это не жизнь. Она на 20 лет меня младше. Подождите, ну, может, еще вернется, одумается. Я не знаю.
Я уже ничего не знаю. Я не знаю, как мне жить дальше. Главное, не забывайте про антибиотик. Через неделю рана заживет и будет ваш селезень летать, как новенький. Ну, что у нас тут? Анжела, успокоительная. Кто и куда собирается лететь? Все летят на юг, и я, кстати, тоже. Раненого селезня я поручаю Игорю. Так что пока-пока. А ты куда намылился? Миграция – основной непреодолимый инстинкт. Надеюсь, ты слышала. Это из-за свадьбы Риты в тебе проснулся инстинкт? У меня график дежурств летит. Котов, вернись! Вернусь через 2 недели. Котов, стоять! Ты почему не отвечаешь на мои звонки? Маринечка, ты меня прости, пожалуйста. Я не слышал, у меня была операция. Всю неделю? 124 звонка ты не слышал. Так получается, что мне сейчас срочно нужно лететь на Дальний Восток и спасать колонию морских котиков. Отлично. Я лечу с тобой, как жена декабриста. Мариночка, не надо никуда лететь. Просто я не декабрист, а ты не жена декабриста. И я давно хотел тебе сказать, ты не женщина моей мечты. Котов, ты куда? Котов! Ну тут что ему не так? Ну куда он все время убегает? А у него сезон миграции. Когда отношения становятся слишком серьезными, Котов всегда мигрирует. Вам еще повезло, от моей сестры он за день до свадьбы сбежал. Это Котов. Девки, ну вы что такие скучные? Давайте веселиться, как в последний раз. Ну ты что такая, давайте выпьем. Я просто расстроилась, что сестра не приехала. Слушай, ну что тебе эта сестра? Ты невеста, такого парня отхватила. Если что, кстати, за ней не занимать. Я следующий. Пойду припудрю носик. Не обращай внимания. Ирина всегда такая, когда выпьет. Ой, ты, наверное, счастлива, что выходишь замуж. Наверное. А как все это произошло? Как вы решили пожениться, а? Ну, Павел сказал, что сейчас самое подходящее время. Ну, мне 35. Да. И мы вполне подходим друг к другу. Подходите? Ну, да. Знаешь, сейчас эпоха потребления. Как тебе объяснить? Каждый раз, когда ты, например, приходишь покупать электрический чайник в магазин, ты же думаешь, правильный выбор я делаю или нет. Через год выходит новый, модный, современный чайник, и ты уже готова выкинуть свой старый. И также с людьми все почему-то вдруг решили, что можно выбирать бесконечно. Что можно отсматривать новые модели. А Паша, он считает, что нужно выбирать один раз и на всю жизнь. А как же любовь? Любовь – это не главное. Самые крепкие браки – это когда ты можешь положиться на человека. Когда он тебя не подведет и не уедет на Северный полюс. Спасать морских котиков. Морских котиков? Это мило. Нет, никаких морских котиков. Я хочу быть в своем муже уверена, как в самой себе. А в Павле я уверена. Да. Он никогда. Да я никогда! Да ладно тебе, тут тухляк. Поехали, оторвемся по полной программе. А, девчонки, девчонки красивые будут? Я же сказал, буду. Вот и такси нас ждет. Ребята, ребята, свадьба. Свадьба – это инвестиция, это вложение капитала в свою личную жизнь. Вы потом всю жизнь будете дивиденды стричь. Ну, обязательно да? Будет. Поехали. Ой, давай. Здрасте. Здрасте. Поехали. Бедная женщина, а? 30 лет вместе прожить, и тут такой удар. Скучно ему, видите ли, стало. Вот мне с тобой никогда скучно не бывает. Помнишь, как мы с тобой познакомились? Нет. Это не опухоль. У него внутриглазное давление 32, отсюда атрофия зрительного нерва. Ориентала сегодня приносили. Слепой, как крот. Бедолага вообще. Игорь, а ты меня вообще слушаешь? А?
Ну да, да, конечно, милая, конечно. В школе мы с тобой познакомились. Ты меня по голове ударила портфелем, я сразу понял, это любовь на всю жизнь. Вместо того, чтобы зажигать на девичнике своей родной сестры, я весь вечер провозилась с новым графиком дежурств. Получилось? Ну, как сказать. Поздравляю, у тебя две субботы рабочие. Спасибо большое. Это вы другу своему Котову спасибо скажите. Девичник у меня из-за него сорвался, но на свадьбе я быть должна. Приеду послезавтра. А чего так рано? Могла бы еще остаться на пару дней. Ну как я могу? Нам эта лицензия как воздух нужна, нам без нее пару месяцев не протянуть. Еще в подвале надо ремонт доделать. Все, я поехала. У меня там дома Матвей один. Пока. Пока. А я пойду Орентала посмотрю. Не нравится мне его давление. Не нравится. Ну, конечно. Ориентал и глазное давление, оно же намного интересней, чем собственная жена. Уроки выучил, суп поел, посуду помыл, в компьютер играл 40 минут. А ты чего так долго? Ну, у меня много работы, сынок. Кстати, завтра утром я поеду к тете Рите на свадьбу. В Питер. Надеюсь, без меня? Ну, Рита, конечно, тебя приглашала, но она извинялась, что они для детей ничего не организовали, так что можешь не ехать. Ура! Это твоя тетя Рита такая зануда. Хорошо, что ты не такая. Ты самая замечательная мама на свете. Так, Матвей, что ты натворил? М? Пока ничего. Но там на подъезде висит объявление, что в хорошие руки отдадут щенков. А у нас ведь очень хорошие руки, да? Матвей, мы с тобой договаривались. Никаких щенков. У меня на работе от них продуху нет. Тебе да. А мне нужна уже собака. Своя, собственная. Ну давай, я сейчас домой приеду, и мы поговорим, хорошо? Все, давай, целую, пока. Пока. Да, я слушаю, алло. Да. Да, сестра. А что случилось? В какой она больнице? Да, я поняла. Спасибо. Господи. Так. Ритуля! Любимая, ты дома? Любимая, ты знаешь, я готов. Я готов инвестировать себя в нашу семейную жизнь. Паш, подожди. Паш, послушай, из Москвы сейчас звонили. Свет попала в аварию, без сознания, в больнице. Так что свадьба пока отменяется, нужно ехать. Куда ехать? Ваша сестра все еще без сознания, ей понадобится операция, а потом предстоит долгое восстановление. Когда операция? Здесь вопрос надо ставить иначе. Никогда, а где? Нет, мы, конечно, можем все сделать и у нас, но лучше бы ее отправить в одну из наших иностранных клиник-партнеров. Там работа с такими травмами поставлена на поток. Если, конечно, у вас есть средства, то это был бы наилучшим вариантом. Средства есть. Рит, подожди, извините.
Ты ведь эти деньги откладывал на медовый месяц. И потом, страховку мы и так оплатили. Перевели ее сюда. Здесь хорошая клиника. Может быть, достаточно вложений? Паша, это моя сестра. Я не пожалею никаких денег, лишь бы ее вылечили. Это хорошо. Тогда я приглашу к вам менеджера. Он все расскажет, как вам оформить. Спасибо. Спасибо. А можно к маме? К сожалению, нет. Она в реанимации, а туда нельзя. Матвей, послушай, с мамой будет обязательно все хорошо, я тебе обещаю, слышишь? А пока мы побудем вместе, да? А можно я сейчас в парк схожу, погуляю? Один. А зачем? Просто мы там с мамой раньше гуляли. Ну, конечно, конечно, можно. Только недолго и, пожалуйста, будь на связи! А ведь в это время мы должны были быть уже в ЗАГСе и становиться мужем и женой. Да. Подожди. Матвея что-то долго нет. Как думаешь, уже стоит начать беспокоиться? Да. Я, наверное, ему позвоню. Василиса, знакомься, это тетя Рита, а это ее будущий муж. Так, Матвей, а мама что, разрешает тебе приводить в дом животных? Конечно, особенно если они нуждаются в помощи. Пойдем, Василиса. В райцентр называется. Тимофей! Да. Тебя можно о чем-нибудь, о какой-нибудь помощи попросить? Да. Обещал же смотреть за коровой. Ну вот что она хвостом машет, а? Маленькая моя, а? Кормил, наверное, чем-нибудь не тем. Ну как не тем? Что было, то и не кормил. Вот. А хвостом она машет, и то она мух от себя отгоняет. Ага, ну да. Подожди, ну а что она стонет? Нервная какая-то. Да леш ее знает. Нет, с нашей Милкой явно что-то не в порядке. Там от ворот слышно ее тяжелое дыхание. Сынок. Привет, мам. Привет, Федор. Здорово, Тимофей. Ну что, опять жениться тащит? Это с чего такие мысли, мам? А с того, что пока тебя какая-нибудь девица не допечет, ты к матери носа не кажешь. Ну да. Давай сейчас посмотрим. Да, посмотрим. Корове руку в пасть целиком засунуть ты не боишься. А один пальчик в колечко боишься. Ну-ка, давай. Иди сюда. Чу-чу-чу. Давай взглянем. Ну-ка. Дождусь ли я внуков когда-нибудь, а? Ну, для кого я держу все это хозяйство, а? Федор, в городе ведь такого не увидишь. Вот для чего я сюда переехала? Для будущих внуков. У нас же здесь все свое. И картошечка, и ягода, и молочко. А воздух, ну, хоть ложкой ест. Это какой умник, корове целый початок дал, а? Да это ж Тима... Ушел. Завтра с утра надо обратно в Питер ехать. Угу. Постараюсь забрать деньги за ресторан, еще за машины. И вообще нужно новую дату назначить. Матвей, я так понимаю, поедет с нами. Ты думаешь, он согласится? А кто его спрашивать будет? Подожди, Паш, а как же собака? А собаку ты должна была сразу выгнать. Это не собака, это динозавр какой-то. Разве можно такую здоровую псину домой приводить? Придется мне этот вопрос решить. Избавиться от нее. Рит, ну где он, а? Делов-то. Собаку отвезти и вернуться. Мы, конечно, можем ждать твоего племянника сколько угодно, а самолет его ждать не будет. Мне завтра нужно быть на работе. Да, я знаю, Паш.
Давай ты лети один сейчас, а мы потом с Матвеем приедем. Кажется, я знаю одно место, где он может быть. Правда, лети, а то опоздаешь. Ты уверена? Ну, конечно. Ну все, пока. Пока. Я жду тебя в Питере. Да? Да. Давай. Да, в парке нашел. Леон Бергер, сука. На ошейнике только имя Василиса. Во сколько будете? Большое спасибо. Что у вас случилось? У меня мальчик пропал. Кот или собака? Мальчик с собакой. Его зовут Матвей. Он сын... Матвей? Сын Светланы? Да. Да, конечно, у нас. Где же ему еще быть? Фу. Во второй смотровой как раз с Игорем Василиса осматривают. Спасибо. Подождите, вы кто? Я Маргарита, сестра Светланы. Точно. Скажите мне, как себя чувствует Светлана? Ну, она за границей, в клинике. Мы все время на связи, пока непонятно. Как же мы все за нее переживаем, а? Вот мы без нее как без рук все. Еще этот Котов уехал. Вы понимаете, Игорь и Юрий, они же кошатники. А им то морских свинок, то зайцев. Вот Игорь, это муж мой. Знаете, он собака ответственная. А вот Юрий, ну такая ленивая змея. И они никак не могут ужиться друг с другом. А мне, как обезьяне, приходится скакать между ними. А людей на работу принимаете? Так это ж мы все по китайскому гороскопу здесь такие. Вот, смотрите, вот это вот Юрий, это муж мой, а это я, знакомьтесь. А вы, я знаю, на 3 года старше Светланы. Да. Значит, получается, вы коза. В какой-то степени, да. Очень приятно познакомиться, мне очень приятно. Слушайте, а тигр-то наш, а? В очередной раз взял и всех бросил. Ну, вот такой вот он. Свободолюбивый, обаятельный и абсолютно неспособный на компромиссы. И фамилия у него соответствующая – Котов. А, да, этот бескомпромиссен до идиотизма. Подождите, а вы что, знакомы? Я… Добрый день. Подождите, вы Матвея можете подождать в кабинете у Светланы. Вверх по лестнице, направо второй кабинет. Спасибо. Угу. Сарочка, девочка моя, пришла. А ты что, за грибами собрался? Да. Ой, я, между прочим, сейчас соседку встретила. С полными корзинами. В лес ходила с внучатами. Их у нее, между прочим, уже 3. Много. Только я, по твоей милости, одна здесь кукую. Очень надеюсь, что эта орава не смела все грибы в лесу. Гарсия Николаевна. Ой. Не соврали. Привет. Ты прям как-то ты вовремя приехал. Крыльки мои, они что-то разболелись, не жрут ничего. Я им эссенцию и морковку, они только уши развесили и все. Так, Виктор, мать 100 лет родного сына не видела, а он тут со своими зайцами. Иди, иди, потом придешь. Потом. Хорошо. Давай, пока. Пока. Да отдай ты мне эту корзину, господи, никуда твои грибы не убегут. Ты мне лучше скажи, когда мне внука выжидать, а? Федор, ну что молчишь? Скажи хоть что-нибудь. Я вам скажу, что у кроликов, скорее всего, глистная инвазия. Но это только предположение, надо посмотреть. Федор, ты куда? Федор! Вот ваша пропажа. Мы у Василисы вот такого клеща в ухе нашли. Матвей, ты вообще понимаешь? Ты понимаешь, что так не делают? Одевайся. Мы едем. Да. Едем в аэропорт. Купим билеты и полетим в Питер. Как же Василиса? А мамина клиника? А мои друзья? А школа?
Да, вот про школу я как-то не подумала. Рита, ты вы просто волшебница. И по гороскопу, наверное, дева, точно. Все так аккуратно разобрать, а? Скажите, а вы не находили случайно список? Светлана написала список, что нужно сделать для того, чтобы получить лицензию в Росветнадзор. Нет, не находила. Но слово «Росветнадзор» я определенно точно где-то встречала. Да он тут везде, этот Росветнадзор. А нам кровь из носа, надо получить эту лицензию. А я, ну, абсолютно не приспособлена для такой работы, понимаете? Понимаю. А что конкретно нужно сделать? Ой, да это просто ужас. Надо оформить кучу бумаг, заполнить журналы, вон маркировки везде нанести. Ну, в принципе, я могла бы, конечно. Спасибо вам! Ура, мы остаемся в Москве? Нет, это только до тех пор, пока я не разберу все бумаги, не найду список и не оформлю документы, хорошо? Мы согласны. Хорошо. Светочка, привет! Ну, как ты? Врачи говорят, хорошо. Я пытаюсь им верить. Когда у тебя операция? Через час. Это ты где? У меня в кабинете. Угу. Послушай, я как раз хотела тебя попросить. Так, про Матвея даже можешь не волноваться. Я о нем позабочусь, все будет хорошо. Да я не о Матвее беспокоюсь. Он парень самостоятельный, сам о ком хочет позаботиться. А вот мои сотрудники... Рит, я об этой клинике мечтала всю жизнь, не могу ее потерять. Если мы не получим лицензию, ее придется закрыть, понимаешь? Ну, конечно, я понимаю. Не волнуйся, я уже начала заниматься документами, нашла твой список, так что все будет в порядке. Спасибо тебе, сестричка. Я тебя очень прошу. Останься там. Позаботься лично обо всем, чтобы все было хорошо. Остаться? Свет, я думала, только бумаги помогу тебе подготовить. Ты понимаешь, просто Павел уже уехал в Питер. Нам же нужно что-то решать со свадьбой. Не могу больше говорить. Давай, пока. Так что постарайся меньше его трогать руками. Он поэтому себя плохо чувствует. Спасибо, дядя Федь. До свидания. Давай. Спасибо. Приехал в отпуск, а сам целый день скотину лечит. Господи. Жениться тебе надо, Федя. Мать не слушаешь, хотя бы жену послушал бы. Была же у тебя хорошая девушка. Какая? Ну, это твоя, ну, с которой ты еще в ЗАГС собирался. А, Рита! Да. Ой, у меня, кстати, ее фотографии до сих пор есть где-то. На. Ты даже, кажется, ее любил. Ну, это, мам, тебе только кажется. Ну, вот и женился бы. Скажи, ты зачем весь этот старый хлам хранишь? И вот эта прекрасная девушка, мам, ровно 2 дня назад благополучно вышла замуж. И слава Богу. Так тебе, дураку, и надо. Угу. Значит так, Федор, я не вечная. И я устала ждать, пока ты поймаешь своего журавля в небе. Угу. В общем, сегодня вечером к нам заглянет местная учительница. Надеждой зовут. Угу. Ну, перестань кривиться. Ну, что ты, Надежда, прекрасное имя. Очень приятная женщина. Верю. Во всех отношениях. Верю. И, между прочим, ну? Давно деток хочет. Ну, вот с этого бы и начинал. Вот теперь понятно. Пора собираться. Куда собираться? В Москву, мам. Устал я отдыхать, пора на работу. Как в Москву? Федор, ты даже салата не поел. Федор! Да что значит, ты решила остаться в Москве?
А как же наши планы? Как это вообще так? Ты вот взяла и все решила. Паш, меня Светлана попросила кое с чем помочь. Ты уже и так много для нее сделала. Я не понимаю, что ты еще можешь. Послушай, ну я правда не понимаю, чем ты недоволен. Ну, не могу я отказать сестре. Паш, все трудишься? Где же твоя сбежавшая невеста? Да вот в Москве застряла. Очень хорошо. Очень хорошо, что вы сейчас не поженились. У нас намечается серьезная сделка, ты мне нужен. Да. Короче говоря, у меня много работы, и вообще, если ты все сама решила, о чем тогда говорить? Пока. Так вот, по поводу сделки. Да ладно. Слушай, ну счастливая Доброе же утро. Ты. Ага. А мы с Игорем уже лет 5 на море не были. Ну, я не знаю, может быть, меня уже давно разлюбил и просто терпит по привычке. Откуда я знаю? Анжела, перезвоню, ладно? Анжела, ага. Почему там? В кабинете собака? Да я забыла просто вас предупредить. Мы к вам Василису временно определили. Просто она ни в одну клетку в нашем стационаре не поместилась. Прекрасно. Да, такая грустная была. Понятно. Когда она меня сожрет, она повеселее, да? Да что вы не сожрет? Мы ее привязали на всякий случай. Спасибо. Тихо. Тихо, 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 тихо. Ты же добрая собачка, да? Ты меня не будешь трогать, да? И я тебя не буду. Тихо, 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 тихо. Молодец. Молодец. Молодец, молодец, молодец. Умница. Молодец. Вот интересно, у нее вообще есть ветеринарное образование? Ну, суть по тому, как она боится собак, это вряд ли. Вообще, это возмутительно, что какой-то дилетант будет нами командовать. Анжела, ты вроде говорила, что она хорошо справляется с документами. У нас здесь не бухгалтерия. Так она же коза. Вообще, Светлана должна была назначить себе заместителя. Надежного, компетентного, ответственного сотрудника. Это кого? Клиника Зверовита, лечим всех. Здравствуйте, кто у вас? Пингвин? Да-да. Доброе утро. Доброе утро. Вот пришел лично с вами познакомиться. Я Юрий. Очень приятно. Да, ветеринарный врач первой категории. Как вы справляетесь? Ну вот, как-то пытаюсь. Нелегко вам будет. Новое дело, новые люди и такой коллектив. А какой коллектив? Разношерстный. Они вроде бы и дружат друг с другом, но эта атмосфера всеобщего праздника, она негативно сказывается на результатах их работы. А вы, я вот вижу, человек иного склада характера. Да, знаете, я все-таки думаю, немного организованности и порядка не повредит. Вот и... именно. Организованность и порядок. Вот то, что нужно. Я полностью с вами согласен. Вы, главное, это как-то донесите до нашего коллектива, что правила меняются. Я в свою очередь готов вам в этом помочь. Я сама поговорю с сотрудниками. А за идею спасибо. Ну, здравствуйте. Все еще раз. Извините, что, может быть, сразу кому-то не представилась. Меня зовут Маргарита. Маргарита Александровна. Я сестра Светланы. Светлана попросила меня помочь. Поручила мне подготовиться к приходу комиссии из Росветнадзора. Поэтому мы все должны приложить максимальные усилия, добиться успеха и получения лицензии. За то время, пока я здесь, я успела обратить внимание на некоторые, так скажем, недостатки вашей работы. Это порядок и дисциплина. Поэтому я составила список правил, которые вы все должны неукоснительно соблюдать. Потом я обязательно повешу на доску. Во-первых, что касается опозданий, это категорически недопустимо. Клиника открывается в 8 часов утра. Я бы хотела, чтобы все в 7:15 были на своих рабочих местах. Во-вторых, общение с клиентами. Я подготовила шаблоны, по которым вы будете с ними общаться. В-третьих. Ну а в-третьих? Это что за стройбат такой?
Где Светлана и что здесь делает эта женщина? Благодарю. Ты моя хорошая! То есть ты считаешь, Саба, что можешь вот просто так ворваться на собрание, которое провожу я, и все испортить? Ну, кто-то же должен был прекратить этот бред, этот хит-парад идиотских правил. Василиса. Нет, они не идиотские. Это нормальные правила для полноценной работы любой клиники. А с каких это пор ты стала разбираться в ветеринарии? Или ты всерьез решила, что можешь возглавить клинику Светланы только потому, что ты ее сестра? Светлана попросила меня помочь. И я это сделаю. И я не касалась вопросов ветеринарии. Это нормальные общепринятые правила для любой организации, да. И несоблюдение этих правил ведет к печальным последствиям. Например? Например, если бы кто-то не бросил коллектив и не сломал бы весь график дежурств, Светлана бы приехала в Питер на день раньше и попала бы ко мне на девичник. А не лежала бы сейчас в больнице, а я давно бы была бы уже замужем. Достаточно. Ты опять права. А я, как всегда, не прав. Я-то думал, что человек может измениться хоть на чуть-чуть. А здесь сейчас просто дежавю какой-то. А я смотрю, ты прям кардинально изменился, а? Скажи, ты больше не сбегаешь перед свадьбой спасать морских котиков, а? То есть ты всерьез решила остаться в клинике и разрушить ее? Светлана попросила меня помочь с лицензией, и я это сделаю. Это сколько у нас примерно? Примерно 2 недели. Я готов терпеть твои занудства все эти 2 недели. Но в ответ я попрошу взаимности. Это возможно? Да, будем соблюдать нейтралитет. Да! Я могу попросить о том, чтобы никто в клинике не знал о том, что у нас с тобой в прошлом были отношения? У нас были отношения? Можно я вам завтра еще Пушистика принесу? Ему прививку от бешенства надо сделать, а в других клиниках отказываются, говорят, что слишком нервный. И кто у нас Пушистик? Мейкун. Ох ты. Вот. Красавец, правда? А вот это Гошенька. А Мейкун-то, я, знаете, на помойке нашла, его выкинули, видать. А у Гоши хозяин умер, а вот это мизерабль. В общем, приходите завтра со своим Пушистиком, будем его смотреть. Доктор, а сколько я за Мурку-то должна? Да нисколько вы не должны. Все, выздоравливайте. Ой, спасибо. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. А вы правда котов? Собак вы тоже лечите? И собак, и кроликов, и морских свинок. Вы не первый, кто задает мне такой вопрос. Кошка у вас весьма бодрая. Угу. Так что с ней? А, ну, как вам это сказать? Я хочу, чтобы она не имела котят. Стерилизовать? Ну, да. Ну, это возможно. А как себя чувствует ваш питомец? Ест, пьет, кал моча? Да вполне нормально. Я как-то не присматривалась.
А этого зря. За своим животным нужно следить. Так, а это у нас что такое? Так она у вас хорошо беременная? Да, возможно. Она у нас сбегала из квартиры. Могла с кем-то познакомиться. Но в таком случае стерилизация невозможна. Ну, как это? Мне сказали, что это можно. Ну, может быть, где-то в какой-то другой клинике. Я такую операцию делать не буду. Ищите другую клинику, другого врача, кто будет вытаскивать из кошки живых котят. А это не котята, это эмбрионы. Угу. Но как же? Я же клиент клиники. И закон на моей стороне. Вы не имеете права. Вы знаете что? У меня есть связь. Вы об этом еще пожалеете. До свидания. Вы... Опаздывать нельзя. Так, где начальство? Зови его сюда. Я перезвоню, ладно? Здравствуйте. А у вас что-то случилось? Случилось. Ваш этот доктор Шариков хам. Так, где начальство? Руководство ваше? Зовите его. Я здесь. А в чем дело? Вы о докторе Котове сейчас говорили? Да. Что, он вам нахамил? Он сказал, что ему наплевать на своих клиентов. Ну, вот это уже переходит все границы. Я приму меры. Ты что себе позволяешь, Котов? В чем проблема? Проблема в тебе. Ты невозможен и деструктивен. Ты игнорируешь правила. Ты опаздываешь на работу. Ты не сдаешь отчеты. Ну, это очередное бла-бла-бла-бла-бла. В чем конкретная претензия? Я выбираю самый тяжелый случай. Я езжу на вызовы, где действительно сложно. На прошлой неделе я сделал операцию собаке, которую до меня сделали только 3 хирурга в мире. И собака, между прочим, жива. Это прекрасно. Только клиника – это предприятие сферы услуг, где главное не кошки и собаки, а их владельцы, которые приносят сюда деньги и делают это предприятие выгодным, но тебе на них наплевать. Подожди, я запамятовал. А кто у нас жених? Финансист? Это от него ты всего этого понахваталась. Ну ведь ты же раньше не была такой. А раньше мне не нужно было спасать клинику моей сестры. Тебе наплевать на всех. Тебе наплевать на Свету. Тебе наплевать на ее мечты. Тебе наплевать... Знаешь что, Котов? А ты уволен. Что? Вернее, за что? За то, что с тобой невозможно работать. Пиши заявление. А, секундочку. Что писать? Я не знаю, пиши, что там пишут обычно в этих случаях. Прошу меня уволить по собственному желанию. Да ну, это не мое желание, это твое желание. Поэтому набери и пиши сама. Не хочешь по-хорошему, да? Ну, хорошо. Значит, будет по-плохому. Я уволю тебя за несоблюдение трудовой дисциплины. А с твоим характером мне долго ждать не придется. Ты так думаешь? Да, я уверена, Котов. Потому что с годами люди не меняются. Виктория Беляева, Следственный комитет. Убийство по неосторожности в ходе любовных утех. Партнерша перестарался. Это не по неосторожности, это преднамеренное убийство. А у нас все интереснее и интереснее. Да? Паранормальное происхождение преступника точно не рассматривается. Не нравится мне это все. Ты меня не любишь, ты любишь свою жену, а я люблю свою работу. Вика, вот вы еще молодая, многого не понимаете. Думаете, что жизнь из одной работы состоит? У меня появился подозреваемый с железным мотивом. За такое запросто можно убить. За что? За измену.
вчера пыталась устроить нам романтический ужин. Угу. Так мой Игорек уснул прямо за столом. Нет, я, конечно, понимаю, что он сильно устает, но я тоже не железная. Кручусь целый день, как белка в колесе вот у этой стойки. Но мне просто обидно. Обидно. Такое ощущение, что я для него пустое место. Предмет интерьера. Что говоришь? Да не накручиваю я себя! Здравствуйте. Мне Пушистику нужно бешенство уколоть. Сейчас все будет хорошо. Я перезвоню, ладно? Добрый день. Прививку от бешенства? Ой, Микун, красавец! Ой, вы к нему с уважением. Вот у нас немного дикий. Вы не волнуйтесь, у нас высококлассные врачи. Все будет в лучшем виде. Игорь. А? Прививку от бешенства. Ага. Здравствуйте. Давайте. Осторожно. Чай, кофе? Может быть, журнальчик почитать? Нет, нет, спасибо. Больно совсем. Ну и правильно. И нечего их читать. Знаете, фигню какую-то пишут. Если мужчина не проявляет признаки ревности, то он не любит. Ну а вот если у меня муж спокойный, уравновешенный, вообще не подает никаких признаков, то... Может, ему помочь там, а? Ничего, ничего, справится. Вы мне лучше скажите, вот ваш муж вас ревнует? А, черт! Может, все-таки помочь? Анжела, позови кого-нибудь сюда, срочно! Ты слева, я справа. Если всем двинуться одновременно, он не будет знать, на кого нападать. Ну, лапы у него четыре, всем достанется. А у вас нет такого пистолета со снотворным? Ну, в тигров стреляют. Мы бы стрельнули разок. Я не позволю стрелять в моего кота. Простите. Вы его и так напугали. Ну, а что делать-то? Слушайте, а может, мы его швабры погоним, а ты с другой стороны... Да, с переноской. Давай. Иди сюда. Шестеро на одного, не стыдно, а? А если что, я могу... Молодец, все, поможешь. И ты уверен? Да. Прививку от бешенства. Обязательно. Ну что? Напугали тебя? Ты хороший. Он что, его убил, что ли? Кто кого? Кот Котова или Котов кота? Молодец, молодец. Ну вот и все. Забирайте своего Пушистика. Анжел, не забудьте поставить штамп в прививочное свидетельство. Пушистик, ты как? Как вам это удалось? Мы с ним договорились. Да Котов с кем угодно договорится. А проходите, пожалуйста. Фей. Ты мне можешь сказать, как? Ну ты что, ему прищепку на холку, что ли? Как? А это уже не важно. Ты опоздал на 4 часа, да? А по трудовому кодексу это квалифицируется как прогул. Так что поздравляю тебя. Ты получил первое предупреждение. Еще 2, и я вполне могу уволить тебя по статье. Видимо, не тому мы делали прививку от бешенства. Тебе что, тоже прищепку на холку нацепить? Чего? Ну-ка, пойдем. Твоя сестра всю жизнь мечтала открыть эту клинику. Она собрала отличный коллектив, прекрасных врачей. Тебя? Да, и меня в том числе. И Светлана боролась за каждого своего клиента. А ты своими дурацкими правилами решила эту клинику разрушить. Я понимаю, но Светлана взяла с меня слово, что я ей помогу, и я это слово сдержу. Даже если ты и все, весь коллектив будете мне мешать. А, понятно, значит, ты всерьез решила развалить эту клинику. Только имей в виду, так просто это у тебя не получится, потому что ты будешь иметь дело со мной. Прекрасно. Я как раз собиралась тебя уволить. А я собирался сделать так, чтобы ты сама отсюда ушла. И поверь мне, это будет нетрудно. Ты, Риточка, всю жизнь привыкла побеждать. Ты всю жизнь училась только на одни пятерки с плюсом. Но как бы ты ни хорохорилась, даже ежу понятно, что ты новичок и неумеха. И я тебе это докажу. И ты уедешь отсюда, поджав хвост, под крылышко к своему жениху, который наверняка зануда. Между прочим, Паша вовсе не зануда. И, пожалуйста, прочти трудовой кодекс, раз уж решила увольнять меня по статье. Циничная сволочь. Сволочь.
хочешь. Ну, не хочешь, как хочешь. Привет, Вася. Здравствуйте. Привет. Ух ты, ты что печенье не ешь? Не заболела? Нос вроде мокрый. А ну давай жуй печенье. А с ней кто-нибудь гулял? А, нет, скорее всего, нет. Все понятно. Теперь понятно, почему она такая грустная. Пойдем, Василий. Матвей, давай с ней кто-нибудь из взрослых погуляет. Василиса крупная собака, ты не справишься, это может быть опасно, хорошо? Да это не опасно. Вы просто ее не любите и боитесь. Я не боюсь и не люблю. Нет, в смысле, я ее люблю. Я вообще животных люблю, между прочим, и собак, и котов. Угу, котов особенно. Пойдем, Василиса. Предплечье состоит из лучевой и плечевой кости, соединенные локтевым суставом. Ниже идет запястный сустав, состоящий из 7 костей. Он соединен с 5 костями, то есть с 5 пальцами. Каждый палец имеет коготь. Но это если собака здорова. А здесь лучевая кость сломана. На морде шрам, по всему телу гематома. Кто ж тебя девочка так, а? Волонтеры найдут хозяина, узнаем. Хотел бы я послушать, почему у его собаки столько травм. Я ведь по костям все правильно сказал? Вы допустите меня на операцию? Холецистэктомия кота. Поэтому ты пришел сюда так рано в уроки? Федор Михайлович, вы сейчас говорите, как тетя Рита. Так, ну, молодой человек, это уже хамство. За это, во время операции, будете подавать мне скальпель, а после убирать операционную. Ура, Вась, ты слышала? Нас допускают. Но это только тебя. А этого блохастого чемодана только не хватало нам для полной стерильности. Ладно, Анжела, я пойду, мне там еще надо анализы посмотреть. Я тоже пойду, посмотрю, как там Игорь. Ну, как вам на новом месте? Адаптируйтесь? Да, более-менее. Если что, я всегда готов. Кстати, я тут проверил назначение Котова. Угу. Он все время использует очень дорогой препарат, а это невыгодно нашей клинике. Ведь можно же использовать недорогие аналоги. Да, возможно. Но я ничего в препаратах не понимаю. Мне просто нужно подготовить клинику к получению лицензии. Вот и все. И вы знаете, я это сделаю. Так, журнал учета проверок есть. Журнал регистрации температуры холодильников есть в 2 экземплярах. Так, вот это в 1 экземпляре или в 2? Где-то ведь у меня было записано. Ты чего? Так. В 2? А ты откуда знаешь? Ну что ж, все замечательно. Крыске я ваши клыки подпилил, так что теперь будет поправляться, набирать массу. Вы, главное, кормите ее почаще. Там, ну, морковку давайте грызть, палочки всякие. Вы нас просто спасли. Вы так деликатно все делаете. Спасибо. Вы просто золото. Совершенно с вами согласна. Мой муж – чистое золото. Вот ваш чек. А, да. Пожалуйста. Всего доброго. До свидания. Да, это мадам Грицацуева приходит уже в 3-й раз. Ну, вообще-то она Гришаева. Ну что ж поделаешь, раз у ее крысы так быстро растут клыки. Интересно, а почему они растут именно в твое дежурство? Я этих твоих намеков не очень понимаю. Если что-то не так, ты скажи, что не так. Все хорошо. Все так, иди работай. Все очень хорошо. Так. Значит. Хорошо. Минуточку внимания. Я подготовила документы, которые необходимы для получения лицензии. Я, конечно, могла бы уехать. Но я останусь здесь до приезда комиссии, потому что об этом меня просила Светлана.
Вы все можете меня игнорировать, но вот просьбу вашей любимой начальницы Светланы, которая сейчас, между прочим, лежит в тяжелом состоянии в больнице, вы должны все-таки уважать. Поэтому будьте так любезны, потерпите меня, пожалуйста, еще 2 недельки, хорошо? Я что сейчас, сказала что-то смешное? Нет, все в порядке, просто сейчас уже 10:00. Здесь я нахожусь лишние 2 часа. Сейчас еду на вызов. Не по своим делам. Ничего не нарушал, никому не мешал. Прекрасно. Молодец. Вот, держи сахарок. Сазан обыкновенный. Вид пресноводных лучеперых рыб. В магазине мне сказали, что это просто карп. Поэтому ешь это вкусно и полезно. У меня такой в тазике жил. Его Кузи звали. Мы потом его с мамой в пруд выпустили. Алло, да, я слушаю. Как не был на контрольной? Хорошо, я поговорю с ним. Матвей, у тебя сегодня была важная контрольная работа по математике. Где ты был в это время? На удалении желчного пузыря. Прекрасно. А почему ты был там, а не на уроке? Да потому что это очень интересная операция. Котов ее делает лучше всех. Я его 2 недели уговаривала, чтобы он меня пустил посмотреть. Опять Котов. Матвей, послушай, пока я несу за тебя ответственность, ты должен слушаться только меня, понимаешь? Должен посещать все занятия, есть еду, которую я готовлю. И вообще, учись уже как-то, я не знаю, структурировать свою жизнь. Это в будущем тебе очень пригодится. Да ладно? Как же мне это пригодится? Это же так скучно. Это, наверное, мама. О, мама, привет! Светочка, привет! Как ты себя чувствуешь? Привет, мои хорошие. Все хорошо. Врачи говорят, операция прошла успешно. Ну, даже позвонить разрешили. У вас-то как дела? У нас все замечательно. Да, я 5 по математике получила. Тетя Рита очень вкусно готовит. Ну, молодцы, хорошо. Я рада, что вы подружились. Рит, а в клинике-то как дела обстоят? Ты знаешь, все хорошо, все документы по списку я подготовила. Да, не волнуйся, лицензию обязательно дадут. Все под контролем. Вообще, Свет, послушай, тебе не о чем волноваться. Отлично. Паш, подожди, очень плохо слышно. Что? Что ты говоришь? А, в ресторане сделают скидку, если мы оформим банкет в этом месяце? Паш, прости меня, я просто правда не могу тебе сказать, когда я приеду. Надеюсь, что... Алло, алло, Паш, ты меня слышишь? Трубку бросил. Вот тебе и доброе утро. Да? Не очень-то оно доброе. Привет, Василиса! Так, ты почему не в школе? Да нафиг это школа. Там это, кстати, проверка из Росветнадзора пришла. Как из... Так, подожди, как проверка? У меня же... Я не успела все Это есть... Это не надо, все. Ага. Добрый день. Меня зовут Маргарита, я временно... Замещаю владельцу этой клиники. Мы очень рады вас видеть. А я-то как рада. Ну что, есть у нас глисты или нет? Простите? Нет, в клинике нет паразитов, у нас все в порядке. Слава богу. Справку дадите? А какую справку? Ну, об отсутствии паразита. Вы же можете такую выписать? В списке документов такой не было. Подождите. Журнал, регистрация влажной уборки, 2 экземпляра. Регистрация температуры холодильника есть. Ой, да зачем мне ваши холодильники? Мне справка нужна об отсутствии паразитов у моего фантомаса, чтобы с ней на детских мероприятиях выступать, фокусы показывать. А, фокусы. Да, конечно, вам
В лабораторию, это вторая дверь. Налево, там вам выдадут справку. Анжела, проводи, пожалуйста, девушку в лабораторию. Конечно. Проходите, пожалуйста. Ты так гордишься своей компетентностью, а ведешь себя как мальчишка. У тебя полный бардак в бумагах, на работе, в личной жизни. Ты все кем себя возомнила? Гением? Которому все можно? Меня твои фокусы не впечатляют, ты понял? Кажется, к тебе пришли. Добрый день. Белов Геннадий Петрович, Росветнадзор. Я бы хотел осмотреть клинику, вы не против? Да, конечно. Проходите. Спасибо. Пожалуйста. Вы извините, мы подумали... Нет, это вернее я подумала, что вы позже будете. Так, в принципе, у меня все в порядке. Журналы, отчеты, графики. Удивительно. С документами полный порядок. Первый раз встречаю такое в своей практике. Обычно с документацией в клиниках такой бардак. Спасибо большое. Ну. Вы знаете, я очень старался. Ну и что, лохматый? Теперь пойдем посмотрим подвал. И если там все в порядке. Подвал? Ну да, у вас в заявке указано, что в подвале произведен полный ремонт. Я готов. Ой, какая у вас тут темень, ой, а? Осторожненько, сейчас мы организуем свет, сейчас. Одну секундочку, ага. Ой, что это? Ой, извините. Вот наш подвал и ремонт будет вот там. Так. Ну, сейчас, подожди. Компьютер что-то завис. Но просто ретроградный Меркурий замедляет работу всей техники, понимаешь? Я уже была в 4 клиниках. Никто не хочет стерилизовать мою забылочку. Все направляют именно к вам. Говорят, что работает какой-то самый лучший хирург. Я надеюсь, вашего Шарикова уже уволили? В смысле Котова? Но дело в том, что он и есть тот самый... Нет, нет, это исключено. Помещение непригодно. Я вынужден указать это в акте. К сожалению, лицензии вам не выдали. Мы можем все исправить. У нас есть еще время? Папа? Вика, а что ты здесь делаешь? Пытаюсь добиться от этой ужасной клиники, чтобы они сделали элементарную процедуру, а они мне хамят на ровном месте. О, он еще здесь. Меня гораздо больше удивляет, почему вы опять здесь. Я же в прошлый раз все вам объяснил. Так, дочь, объясни, что здесь происходит. Папа, он мне нахамил. И я считаю, что в этой клинике работают сплошные непрофессионалы. Их надо закрыть, эту Шарашкину контору. Василиса, ее хозяин нашелся. Хочет ее забрать. Пойдем. Да в парке она от меня удрала, понимаешь? Сорвалась с поводка. Ага. Ага, все, могу забрать ее? Да, конечно. Конечно, пойдем. Стойте, стойте! А вы докажите, что это действительно ваша собака. Осторожно, мальчик, она кусается. Почему я должен вообще что-то доказывать? Ну, собака породистая, дорогая. Мало ли, для каких целей вы ее забираете. Хорошо, хорошо. Послушайте, послушайте, не трогайте собаку. Это моя собака. У меня в телефоне фотографии с ней, вот. Родословная. Нормально, все, убедил, могу идти. Пойдем. Подожди, секундочку. Пойдем, я опять. Чего же, стоп. А чего эта собака у вас? Столько травм, такая запуганная. Вы, может, ее били? Я ее не бью. Я ее воспитываю, ты понял? Потому что ей нужна твердая рука. Пошли, я тебе сказал. Это тебе твердая рука нужна. Вы что, фонарили, что ли, а? Вы что себе позволяете, а? Я же буду жаловаться. Я заявление напишу в полицию, ты понял? Жаловаться – это вот к ней. А я на тебя сам заявление напишу за жестокое обращение с животными. Так что все, собаку я забираю. Идем. Как ты забираешь? Вот так. Вы, пожалуйста, извините, что так получилось, но... Ты в своем уме? Как можно было не отдать животное законному владельцу? Ну и такое бывает. Вообще-то, Федор Михайлович спас Василису. Хозяин ее бьет. Нельзя было ее оставлять с ним. А если бы он и вообще ее убил? А если хозяин пойдет и заявит в полицию? Не заявит. Как только дочитаешь Трудовой кодекс, посмотри уголовный, статья 245, жестокое обращение с животными.
Может быть, тебе создать юридическую консультацию? При таком обращении с клиентами нам лицензии не видать, как своих ушей. Маргарита Александровна. Да-да. Мы тут с дочерью подумали и решили дать вам еще один шанс. Давайте представим, что меня сегодня здесь не было. А приду я только через 2 дня. А вы, Федор Михайлович, молодец. Отбили животину. До свидания. Оказывается, вы не просто хам. Вы герой. Вик. Ну вот, видишь, клинику-то рано начала хоронить. Пациент скорее жив, чем мертв. Пациент жив, а доктору, который в рабочее время припирается с руководством, я делаю второе предупреждение. Да-да-да, я записываю. А что здесь происходит? Отмечаем нашу первую победу. Сейчас все остальные подойдут. Понятно. Ну, вы, конечно, можете отмечать, если чувствуете себя победителями, а я чувствую себя проигравшей. Я должна была проверить подвал. Да ладно, но мы все про него забыли. Но там делов-то на полдня. Ну, если вдруг не успеем, то откроем юридическую контору. Вы извините меня. Нет, у меня правда ничего не получилось. Каждый перфекционист своим долгом считает перестроить дом, пересадить дерево, перевоспитать сына. Она взялась за клинику, взялась за племянника. В общем, какая была, такая осталась. А что значит, какая была? Так Федор Михайлович с тетей Ритой чуть не поженились. Но это давно было. Что, правда же? Вот это да! Я прям чувствовала! Вот тигр и коза — это же идеальный союз! Анжел, у меня к вам большая просьба. Не обсуждайте это больше ни с кем. Не-не-не-не-не. Что, перекус? Угу. А где наше руководство? Руководство расстроено, извинялось. А-а. Ну, правильно. А кто виноват? Кто? Как можно было забыть проверить подвал? Вот как? А вот для тети Риты. Главное, чтобы все ее слушались. Тут и оно. Кажется, кто-то не понял, что нужно меньше болтать. Между прочим, устами младенца. Никто бы из нас вот не позволил бы себе допустить такую ошибку. Ну как, ну, вот я бы первым делом бы пошел бы, проверил бы все помещения. Вот мама бы точно такое не допустила. Ладно, пойдем посмотрим, как там Василиса. Зачем? Пойдем, пойдем, пойдем. Пошли. А что это мы сюда пришли? Василиса же у тети Риты в кабинете. Вот и пускай там сидит. А мы с тобой поговорим, как мужчина с мужчиной. Ты себе что позволяешь? А что? Тебя мама не учила, что про других за их спиной говорить нельзя. Давай ты больше не будешь лезть во взрослые дела. Вообще-то, это клиника моей мамы. И меня это тоже касается. Так, именно, что клиника твоей мамы. А тетя Рита – родная сестра твоей мамы. Думаешь, она не хочет ей помочь? Она пытается эту клинику спасти, а мы вместо того, чтобы ее поддержать, мы ее подводим. А что это вы тетю Риту вдруг защищать начали? Она же вас уволить обещала. Мало ли чего она обещала, я вам тоже обещал от нее избавиться. И чего, передумали? Да, Матвей, я передумал, потому что с женщинами воевать нельзя, их нужно защищать. Ладно, договоримся так. У меня есть план, только пока никому.
Угу. Я сама не понимаю, как я могла забыть про этот подвал. Зато я прекрасно понимаю. Когда берешься за то, в чем вообще не разбираешься, то именно так и получается. Скажи мне, ты что, ветеринар? Паш, при чем здесь ветеринария? Это элементарная основа управления и планирования. Я же, ну ты знаешь, я в этом прекрасно разбираюсь. Однако результат говорит об обратном. Ира, привет. Привет. Паш, я сейчас вообще-то рассчитывала на твою поддержку, между прочим. Слушай, меня вообще удивляет твоя позиция и то, как ты расставила приоритеты. Такое ощущение, что тебя вообще не волнует, что отменилась наша свадьба. Ну, конечно, волнует. Ну, что ты такое говоришь? Ну, пожалуйста, давай не будем ссориться. Я скоро вернусь в Питер, мы пойдем в ЗАГС и снова подадим заявление. Я, между прочим, соскучилась. Я тоже. Хотя, если честно, скучать мне особо некогда. У нас подготовка к важному контракту. Москва торопит, хотят увидеть отчеты перед встречей. Подожди, ты собираешься в Москву? Да, с Ириной. Класс, а когда вы будете? Пока что я не могу сказать точные даты. Ну, в ближайшие дни. Я очень рада, буду тебя ждать. Вот и хорошо. Значит, обсудим наши планы на будущее при встрече. А сейчас, извини, мне нужно работать. Я и так задержался. Все, пока. Ничего себе! Подожди, это что, все мне? Угу. Подожди-ка. Только надо есть быстрее, чтобы не стекло. Поняла. Угу. Как вкусно! Спасибо. Ну, только мне одной много, давай? Ты тоже. Да не, я варенье поем. Здрасте. Привет. Ты почему не в школе? А у нас математичка заболела. А историю последним уроком на завтра перенесли. Что собираешься делать? У нас сейчас Василиса надо выгулять. Хотите с нами? Да нет, мне на работу нужно. Всего 5 минут. Ну ладно, давай. Ну что, Анжелочка, где Котов? Котов, между прочим, уже в клетке с диким животным, то есть в операционной. А я, моя милая, уже много лет в клетке. Сколько мы с тобой женаты? А ты не боишься, что в один прекрасный день я захочу выпорхнуть из этой клетки? Зачем? Я ж тебе и так ни в чем не ограничиваю. То есть, если в меня кто-нибудь влюбится, то ты даже ревновать не будешь? Кого? Его? Меня! Зачем? Ты же меня любишь, да? Все, побегу. Пациентка ждет. Зачем ревновать? Нет, он точно меня не любит. Послушай, а если у нее бешенство? Сейчас придет семья и покусает нас. Значит, ее хозяин сейчас бегает по коридору и кусает всех посетителей. Но она же привитая, она из контактного зоопарка. А-а-а. Ну-ка. Придержи ее, я, кажется, нащупал. Держишь? Держу. Ага. Давай, 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 давай. О! Заяц?
Да, заяц. Лиса съела зайку. То есть это какой-то ребенок накормил лису резиновым зайцем. Это что же инстинкты делают? Да. Я бы вообще посетителей зоопарков самих в клетку посадил и кормил всякой дрянью. Кстати, насчет клетки. Значит, я не понимаю, что с Анжелкой происходит. Она мне говорит, что семья для нее – это клетка. Говорит, не боишься, что я упорхну из этой клетки? Она хочет, чтобы я ее ревновал. Да не к кому-то конкретному, а чтобы ко всем подряд. Ну, по-твоему, это нормально? Да женщины вообще, честно говоря, существа ненормальные. Сами не знают, чего хотят. Этого не знаю, чего хотят, требуют от мужчин. Вот ты чего хочешь? Я хочу покоя. Ух, какая же эта тоска зеленая, скукотища. Ой, я в свое время, вот как ты говоришь, чуть в эту клетку не попал. А сейчас, ой, ни за какие ковришки, ни за какие. Живу, как хочу, делаю, что хочу, и ни одна женщина мне не помешает. Так что завидую. О, а чему завидовать-то? Ты же все время один. Я вообще не понимаю, Фе, что ты носишься с этим своим одиночеством? Ты нормальный мужик. Я тебя давно знаю. Вот эти все твои шуточки, вот этот вот напускной цинизм, это же какая-то защита, да? От чего ты прячешься? Чего ты так боишься, а? Так, доктор Фрейд. Давай, свою жену будешь учить, как тебя под каблуком держать, а я сам разберусь. Да, Виктория. Диктуйте адрес, еду. Хотите чай или кофе? Нет, спасибо большое. Давайте посмотрим нашего пациента. Да-да, конечно. Вот она здесь лежит. Ее два раза вырвало сегодня, представляете? Она не кушает ничего. Все время на своей подушечке. Вы думаете, это у нее перед родами так? Белочка моя, девочка моя. Сейчас посмотрим. Проверим. Пощупаем. Но судя по размеру животика, так, до родов нам еще далеко. А вот то, что она такая веленькая и ее рвет, мне не совсем нравится. Возможно, инфекция. Да? А что же делать? Я так хотела сейчас с котятами понянчиться. Понянчитесь. Значит, смотрите. Сейчас мы посадим кошку в переноску. Вы возьмете с собой пеленочки, поилочку. И отвезем кошку к нам в стационар. Я думаю, ничего серьезного, но все-таки анализы и обследования ей не помешают. Я смогу же ее навещать, а? Конечно. Моя Изабелочка, моя девочка. Сейчас тебя доктор Котов отвезет в стационар, да, и вылечит. Ведь доктор Котов самый лучший специалист. Спасибо вам большое, Федор. Пожалуйста. Ты чего звала? Котов кошку притащил в стационар. Надо кровь взять. Угу. Вот направление. Угу. Ой. А ты чего по сайтам знакомств пошла? Игорь не заревнует? Так я этого и добиваюсь. Зачем? Затем, что любовь не должна превращаться в рутину. Это должно быть как буря, как ураган. Потому что, когда страсть проходит, то мужчина уходит. А это вообще не про любовь. А про что? Про ремонт. Подвал надо сделать. Рит приказала, вот ищу работников. Так, и год рождения указан. О! Коза. Коза, это ж надо все время по пятам за ним ходить и пальцем показывать. Нет, такой не подходит. Так, свинья. А этот вообще может растянуть все на 2 недели. Коза, свинья. Нет бы людей нанять. Подожди, смотри. Вот петух. Петухи вообще все делают идеально. Угу. Слушай, а посмотри, какой красавец, а? Так, все, беру. Надеюсь, ты сейчас только о ремонте? Конечно. Алло? Михаил? Ты представляешь, сегодня 4-месячного щенка на кастрацию принесли. Котов отказался делать.
Это ужас какой. Ты вообще чем там занимаешься, а? Я ведь раньше от тебя даже слов таких не слышал. Да я сама не думала, что люди могут быть такими жестокими. Ты знаешь, обычно в 4 месяца щенка... Так, вот давай только без физиологических подробностей. И, Рит, у меня нет времени, у нас с Ириной очень важная встреча на носу. Поэтому про кастрацию давай в другой раз, хорошо? Ладно. Давай, пока. Пока. Паша молодец. Все у него хорошо. И контракт у него серьезный. А я тут с вами. Ничего у меня не получается. Да и Котов меня ни на что не ставит. Да и ну его к чертям собачьим, да? А вы вот эти вот еще попробуйте. Они прямо свежие-свежие. Да. Угощайтесь. Вы извините, что я так быстро примчалась. Я просто подумала, что Белки-Изабелки будет здесь совсем скучно без меня. Но теперь я понимаю, что я ошиблась. Как соскучиться с таким веселым, а главное, симпатичным врачом, как вы. Ой, очень приятно слышать. Да, вкусно. Вообще-то, доктор Котов должен заниматься пациентами, да, а не психологической поддержкой их хозяев. А вы, если хотите налаживать свою личную жизнь, то делайте это вне рабочее время, иначе будете уволены. А вы попробуйте еще вот эти конфетки, они, правда, очень вкусные. О, Господи. Ну что, тебе кажется, я совсем дура, да? Да, совсем. Так, ты вообще что здесь делаешь, а? Я хотел сказать тебе, что ты, кажется, меня ревнуешь. Что? Я тебя ревную? Послушай, ты, наверное, забыл, кто здесь начальник, нет? Слушай, хватит уже, Маргарита Александровна. Ну хорошо, хотел бы ты меня уволить, ты бы сделала это уже 100 раз. Но ты же прицепилась именно из-за Виктории. Даже приятно, черт побери. Я ревную? Котов, ты знаешь кто? Ты самовлюбленный идиот. Да, я ревную. Знаешь, как это называется? Это называется центропупия. Да, тебе кажется, что ты пуп земли, и что все женщины должны крутиться вокруг тебя. Но я тебе объясню. Я тебе объясню, что это не так. Котов. Нет, ты слышала, что он говорил? И далеко ты собралась? С тобой? Ну, я вообще на вызов. Ну, очень хорошо. Посмотрим, кто тебя и куда вызывает. И имеет ли это какое-то отношение к работе. И если не имеет, я с удовольствием подпишу приказ о твоем увольнении. Ну, тогда поехали. Так, надо Рите позвонить, а то она проторчит в этой клинике непонятно сколько. Не надо. Женщины обожают сюрприз. Пожалуйста, проходите. Сюда, пожалуйста. Вот наш Борис. Бедный уже неделю мается. Ой, только бы не умер. Господи, не дай бог. Он хозяину как ребенок. Ничего себе обстановочка. Что с ним? Да кто ж знает. Ветеринары 3 раза приезжали, кучу лекарств назначили. Денег истратили немеренно. А Борьке все хуже и хуже. Ветеринара, значит? Да, здравствуйте. Клиника Зверовита. Это доктор Котов, а я... Значит так, если Борька помрет, то и вам не жить. Что? А вот то. Ну-ка, телефон. Мне. Оба.
Давай, давай, давай. Давай. Вот так. Ну, наконец-то. Спасибо, что проводил. Ну что? Сегодня отдыхаем, завтра в банк? Смотри-ка, есть доставка в номер из ресторана. Шампанское будешь? Странно, почему Рита трубку не берет? Ну, в Питер, заметь, она тоже не торопится. Может быть, ей вообще не до тебя? Я звоню, она не отвечает. А если что-то случилось? Знаешь, я лучше пойду. А я, пожалуй, выпью. И давно он у вас такой вяленький? На пятый день уже. Что врачи говорят? Что свиней не лечит. Они говорят. Один даже на шашлык намекал, сволочь. Значит так, девушку мы отпускаем, от нее все равно никакого толку. А я остаюсь и лечу вашего поросеночка. Да? А если не вылечишь? Ну вот, застрелите меня, будет один-один. Все по-честному. Котов, ты совсем с ума сошел? Рит, ты иди. Иди. Здесь просто запущенный тит. Да, дамочка, идите-ка наверх. Посидите там. А ты запри ее. Идите, идите. О, здрасте. А тетя Рит не дома. Здрасте. А где же она в таком случае? Ну, наверное, на работе. На какой работе? Вообще-то времени 9 часов вечера. Вообще-то животные болеют не по часам. Вообще-то она не ветеринар, а руководитель. Видимо, плохой. Так, я еще вернусь. Сюда пополам. В туалет попросилась. Ворота заперты, а через забор не перелезть. Ну ты сумасшедшая. Идем капельницу поможешь подержать. Держи. Повыше. Вот так. И что мы теперь будем делать? Будем ждать. Через час препарат подействует. Потом спадет температура, к утру свинья придет в себя и уже будет бегать как конь. После этого нужно будет пропить курс антибиотиков, но это уже без меня. Прекрасно. Вот это все твоя самонадеянность дурацкая. Если бы ты записывал все вызовы свои, как положено, то бы сейчас уже, наверное, люди знали бы, где мы находимся. А ты летишь, сломя голову. А, я так подумал, что она здесь. То есть вы хотите сказать, что несколько часов назад она уехала на вызов с этим вашим великим доктором Котовым, до сих пор не вернулись, на звонки они не отвечают. Вы можете мне вообще объяснить, что здесь у вас происходит? Ну, притяжение же. Да какое еще притяжение? Как какое? Взаимное. Ну, вы понимаете, звезды улыбаются, парень, тигр и коза. Это чудесный союз, который имеет все шансы продлиться всю жизнь. Так... Анжела Григорьевна, я спрашиваю не про тигров и не про коз, я спрашиваю, где ваша начальница? Послушайте, ну я же вам отвечаю, вы понимаете, это судьба. Несколько лет назад они чуть не поженились, а сейчас ретроградный Меркурий, и все возвращается вспять. Поэтому они имеют все шансы вернуться в исходящую точку и все изменить. Так, стоп. То есть вы хотите сказать, что у нее роман с этим вашим ветеринаром? Это еще непонятно.
А, простите, а вы, собственно говоря, кто ей будете? А я ей, собственно говоря, жених! Жених? Слушайте, ну извините вы меня, ради бога, а? А, вот, черт, держите. Простите меня. Я ведь думал, Борька-то, ну, того, помирает уже. Ведь столько раз этих ветеринаров вызывали, все ж бестолку. А у меня через неделю внучка приезжает. Она Борька-то этого, она его больше, чем меня любит. Так вот, домашнее животное – это не игрушка. А тем более вот эти мини-пиги, они выведены из диких свиней. Так своей внучке передайте. Да это понятно, но она аккуратна с ним, она ухаживает за ним, кормит, чистит, прям... Вот и дочистились. Этим свиньям вообще в уши лазить нельзя, тем более непрофессионалом. Так вот она и хочет стать профессионалом. Она же мне собирается ветеринаром стать. Вы только на одну минутку представьте вот так, что на вашу внучку кто-нибудь ружье наставит. Да что ружье-то, ружье? Да оно не заряженное у меня было. Ну, оно же у меня так, для красоты. Ну... Я с дурой его схватил, чтобы попугать вас, ну чтобы не халтурили. Угу. Что? Да вы знаете, что доктор Котов никогда не халтурил. Понял я. Слушай, сынок, возьми ружье на память. Вот уж о чем мне хотелось бы вспоминать. Спасибо, я возьму от греха подальше. Все, не болейте. Ну, спасибо вам огромное, ей-богу. И извините еще раз. Ружье надо в полицию сдать, и хозяина этого сумасшедшего тоже. Да ладно, нормальный мужик. Ну, перенервничал чуть-чуть. Чуть-чуть? Котов, ты нормальный вообще? Он запер нас у себя дома. А помнишь, как нас у Захаровых на балконе заперли? Ну, помню, конечно. Помню, как мы стучали, а они не открывали. Ну, так рок-н-ролл был, ого-го, как жив. Нам даже их песни не мешали. Забавная была ночь. Мы даже ни разу не поссорились с тобой тогда. Ну, так не до того было. Я до сих пор не понимаю, почему ты все время пытаешься со мной поссориться, а? Нет. Это ты на меня постоянно наезжаешь. Да нет, ты меня провоцируешь. И совершенно не умеешь идти на компромисс. Рит, я тебя прошу, не начинай. Нет, я не начинаю. Это ты сейчас начинаешь и говоришь, что я начинаю. Кажется, есть только один способ заставить замолчать эту женщину. Котов, ты совсем сумасшедший. Паша? Я же абсолютно ничего о вас не знаю. Он художник, а я баба-мент. Зачем ему такая? Слушайте, а где статуя? Надо искать. Вуаля. Шикарно. Под нами целый район, тоннелями изрыт. Интересно, куда он ведет? Вы задержаны по подозрению в краже в особо крупном размере. Это шутка?
значит, ты здесь осталась из-за этого своего докторишки, да? Только не надо мне говорить, что между вами ничего не было. Было, Паш, было, но очень давно. Правда, пожалуйста, ты можешь потише, Матвей? Рита, хватит! Дурака ты из меня и так сделала! Но я не псих и галлюцинациями не страдаю! Я сам видел, как ты его целовала. Паш, это было недоразумение. Это был просто жест вежливости. Ты понимаешь, он мне жизнь спас. Мы поехали спасать Борю. Да какого еще к черту Борю? Поросенка Борю. Да зачем ты вообще туда поехала? У тебя что, есть диплом ветеринара? Так. А вот это вот тоже галлюцинация? Это носок Матвея. Кораблики и якорьки – это не в стиле Котова. Он наглый и циничный тип. Ты даже не представляешь, как мне тяжело каждый день видеть его надменную физиономию. Ну, Рит, а зачем же так мучиться? Собирай вещи, поехали в Питер. Ну, ты же знаешь, я не могу. У меня клиника, и я должна... Ты должна сделать выбор. Или я, или это твоя зверовита. Ну, а я, в свою очередь, постараюсь забыть об этом недоразумении. С Котовым. Мама, понял я, понял. Тебе аист приснился. А свадьба здесь при чем? Ну вот ты опять. Я ж тебе говорю, я не собираюсь жениться. Ты кому больше веришь? Соннику или своему сыну? Да нет, нормальный у меня голос. Мам, ты извини, у меня срочный вызов. Я тебе перезвоню, хорошо? Всегда. Ну, чего ты смотришь? Вот такой я был наивный дурак. И похоже, что со временем не сильно изменился. Сегодня вечером у нас сырая и важная встреча. Поможешь рубашку выбрать? Может быть, синюю одеть? Или не выпендриваться и отдать предпочтение классике? Лично мне больше нравится белая. Паш, ну ты же знаешь, они без меня не справятся с этой проверкой. Мне нужно остаться хотя бы на пару дней. А ты в чем пойдешь? Ты меня не слышишь? Встреча в 6 часов. Я тебя буду ждать в 5:30. СМС-кой позже пришлю. Адрес гостиницы и номер комнаты. Наверное, белую одену все-таки. Да, классика. Здравствуйте. Здрасте. Дежурство было просто кошмарно. Вы даже не представляете, что нам с Мишей пришлось пережить. Миша – это работник. Он согласился наш подвал привести в порядок. Я его телефон на одном сайте нашла. И он сразу же согласился. Ну, просто золото человек. Анжелочка, как вы тут без меня не скучали? О, здрасте. Михаил. Маргарита Александровна. Очень приятно. Я так понимаю, что вы начальница? В какой-то степени, да. Отлично. Я посмотрел ваш подвальчик. Ну, и если коротенько, то там мама не горюй. Да. Но вы в надежных руках. Я сейчас гоняюсь за материалом, чеки предоставлю. И не волнуйтесь, Миша своего не упустит. И лишнего не возьмет. Ну, я же говорила, золото. И, между прочим, он петух. Ну, по гороскопу. А вы даже не представляете, какая у него интересная линия жизни. Ну, я это успела посмотреть, когда ему палец промывала, потому что эта зараза успела его тяпнуть. Ага. Вы знаете, вот что и кошка, что хозяйка, обе с характерами. Вот мы с Мишей всю клинику просмотрели, так ее не нашли. Секундочку. Вы что, хотите сказать, что кошка Виктории пропала? Ну да. О, боже. Лучше вы нас обокрали.
Здравствуйте, Маргарита Александровна. Я смотрю, опять опаздываешь. Понятно. После встречи с женихом нашу золотую рыбку поместили в морозильную камеру. И стала она прежней ледышкой. И вчера ты была менее прохладной. Значит так, то, что случилось вчера, это было ошибкой. И я надеюсь, у тебя хватит так-то не напоминать мне об этом. Угу. Ну что ж, я попробую, но не обещаю. Скажи своим коллегам, что всех, кто не примет участие в поисках кошки, ждет выговор и увольнение. Потому что если мы найдем кошку Виктории, то лицензии нам не видать, как своих ушей. А хотите совет? Выгоните их в шею. Всех. А вот эти отговорки, что нам надо зверей лечить, что этой ерундой нам некогда заниматься, вы не слушайте, потому что это все глупости. Хорошо. Сама справлюсь. Здесь она не пролезла. Ради бога, извините. Скоро мы пойдем. Спокойно. Так, а ты что здесь делаешь? Факультатива не было. Нас отпустили. Неужели? Между прочим, я дипломированный специалист по ловле котов. Так. Мне Анжела все рассказала. Готов помочь. Кстати, у меня уже есть отличный план. Кажется, у этой кошки была любимая игрушка. Василис, нюхай, нюхай, пожалуйста. Мне кажется, твой план не очень-то удачный. Нет, я вчера пробовала. Я косточку спрятал в кабинете. Она сразу нашла. Да? Да. Ну, пожалуйста, Василис. Давай, давай. Я же говорил, сработает. Василиса! Василиса! Василиса, стоять! Ну что вы смотрите? Все так плохо, что ли? Хорошего действительно мало. Какой, вот ожирение, холецистит, анемия. Отсюда одышка. Вася, но, к счастью, есть шанс на излечение. Есть неплохой курс пробиотиков от хорошей израильской фирмы. Конечно, лечение будет долгим, продолжительным, сложным и потребует много финансовых вложений, но... Но есть альтернативный вариант, гораздо более действенный и, самое главное, недорогой способ вылечить все ваши болячки. У собаки хорошее сердце, но это только пока. А так, берете свою собаку, мячик и идете гулять на свежий воздух. Что самое главное? Диета и физические нагрузки. И все, что? Конечно, все. Потому как занятия спортом никому еще не вредили. Будем брать пример с нашей начальницей, которая в данный момент там, во дворе, занимается лечебной физкультурой. Кто, Василиса? Фу! Василиса, фу! Неужели она ее съест? Фу! А ну, показывай, что там у тебя. А ну, это... Отдай. Эх, не быть тебе поисковой собакой. А так хорошо след взяла. А ну стоять, пойдем. Пойдем. Ну что, приходите послезавтра, и мы посмотрим состояние нашего пациента. Всего доброго. Всего доброго. А, вам нравится? Вкусно? Пальчики оближешь. Вы, по-моему, туда яблочко добавили, да? А, так вы заметили. Ой, как же приятно. А вот мой Игорь таких тонкостей вообще не замечает. Одна катаракта на уме. Вы представляете, вот недавно таксу 100-летнюю лечил. Так сам чуть не ослеп. Да, всю ночь за справочниками сидел. Добавку будете? Добавка отменяется. Михаил, идите уже работать. А я разве еще здесь? Хорошее настроение, да? А на сбежавшую кошку вам наплевать. Что вы молчите? Вчера, когда я уходила из клиники, Викина кошка спокойно спала. И если бы не ваши шашни с ремонтником... Очень интересно. А что сейчас с моей кошкой? Пройдемте ко мне в кабинет. Я... Что с Изабеллой, я спрашиваю. Как я и предполагал, у нее всего лишь небольшое отравление, но, судя по активности животного, здоровье белки ничего не угрожает. Значит, я могу ее забрать? Ох, к сожалению, нет. Я
Я бы понаблюдал за ее состоянием еще денек-другой. Вы знаете, я уже завидую своей кошке. У нее такой лечащий врач. А, Федор Михайлович, а может быть, мы с вами отужинаем? Заодно расскажете о тонкостях кошачьей генетики. Давайте так, буквально пару минут, и я в полном вашем распоряжении. Отлично, я жду вас на улице. Молодец. Доволен собой? Во-первых, твое вот это вранье не спасет нашу ситуацию. Во-вторых, ты вообще куда намылился? Ну, во-первых, я не врал, а просто сказал не всю правду. И я выиграл нам время. А во-вторых, рабочий день закончился. Как мне проводить свой досуг, это я буду решать сам. И, пожалуйста, не ревнуй. Кто ревнует? Как закончился? Ты просто гений! Переговоры прошли как по нотам. Ну, без тебя я бы не справился. Ну, значит, мы отличная команда. А ты никогда не задумывался над тем, что от успешной сделки выплеск адреналина не меньше, чем от хорошего секса? Нет, ты знаешь, об этом я не задумывался. Так, может быть, проведем небольшой эксперимент? Ира, я не он могу еще так... и верный, ну, конечно. Да. Жаль, что твоя невеста этого не ценит. Кстати, очень странно, почему она не была сегодня на переговорах? Давай сменим тему. Да. Мы не будем о грустном. Может быть, все-таки выпьем шампанского? В честь нашего большого успеха. Чисто по-дружески. Хочешь с ней поговорить? Нет. Когда я хотел поговорить, она не отвечала. А теперь я занят. Ну, слова не мальчика, слова мужчины. Да. Успокоимся, и вот без этих всяких сцен, истерик, это вот... Вы бы дверь хотя бы за собой закрыли. Рита! Рит, подожди, Рита! Рит, подожди. Ну, давай поговорим, а? Я понимаю, что ситуация получилась такая... Неприглядная, но это ведь не повод, чтобы сгоряча рубить. Это не выход. Паш, пожалуйста, ты же не на переговорах. Давай обойдемся как-то без лишних слов. Между нами все кончено. Знаешь, а ты права. Вот ты права. Потому что ты очень сильно поменялась за последнее время. И я теперь даже и не знаю, как там с тобой найти общий язык. Понимаешь? Рита, подожди! Ну... Да подожди, Рита! Давай поговорим, Рит!
Привет. Как ты себя чувствуешь? Привет. Как огурец в теплице. Делать тут нечего. Домой хочу. У вас как дела? Слушай, у нас все отлично. Все хорошо. Рит, только ты врать не умеешь. Я же вижу, у тебя глаза на мокром месте. Да нет, ну правда все нормально. Так давай, выкладывай, что случилось? Свет, мне Павел изменил. Фу ты, я испугалась, думала, что-то серьезное. Нет, ты не понимаешь, я просто так была в нем уверена. Да плюнуть на этого Павла и растереть, индюк самовлюбленный. Нашла, по кому страдать. Ой, все, не могу говорить, чертов режим. Матвею привет. Все, не реви больше, пока. Да, спасибо, пока. Матвей? Матвей? Я понял, в чем была наша ошибка. Кошка домашняя. Значит, боится всего. Залезла там куда-нибудь под машину или в подвал. И сидит там. Днем ее было нереально найти. А сейчас ночь. Темно. Тихо. Она почувствует себя в безопасности и выйдет. Тетя Рит, не волнуйтесь, в этот раз я точно поймаю. Ты очень правильно заметил, что сейчас ночь. Угу. Угу. И тебе пора спать. А на сафари по подвалам я отправлюсь сама. Ну, тетя Рит... Без разговоров. Давай, давай, давай. Слушайте, ну это уже переходит все границы. Вы что, меня преследуете? Котов, это ты? Да, это я. А ты что здесь делаешь, а? Как, у меня здесь свидание назначено. Я здесь кошку Виктории ищу. Ай! Ой! Что с тобой? Господи, нет, ничего. Все нормально. А ты что здесь делаешь? А я что здесь делаю? Кошку ищу, представь себе. Да, обошла все дворы вокруг клиники, нигде ее нет. Вот и увидела вдруг открытую дверь в подвал. И думаю, дай-ка я зайду на всякий случай. Слышишь? Угу. Вон там. Никогда не слышала, чтобы кошки так страшно кричали. А ну-ка, иди сюда. Ой, господи. Ах ты, боже мой, надо же. Что там, Котов? Ты не поверишь. О, Протсон Лотер или мистер Полоскун. Интересно, искали кошку, нашли еноту на мою голову. Ну, спасибо тебе, Котов. Матроскин! Матроскин, дружище, а вы кто такие? И что с ним сделали? Тимуха. Мы ветеринары. Этот партизан был здесь, в подвале. Только интересно, как туда этот гражданин попал? Он просто психанул, когда я с женой из-за него поругался. Он у нас натура творческая, нервная. Артист бывший. Я его из питомника взял. Такие фокусы выделывает. Ну вот Варвара, она меня не оценила, это дело. Да? Полгода терпела. Ну и что? Ну и что? Ну и что, что мы все тарелки перебили, пока полоскали, да? Ну и что? Ну и что? А вчера, видите ли, вазу любимую грохнул, да? Ну и все, естественно, началось. Давай, выбирай, кто тебе дороже, или он, или я. Сочувствую. Вот бывают такие женщины, которые так поставят вопрос ребром, что потом, ну, не продохнуть. Миленький, что ж ты нас так пугаешь, Матроскин? Это вот,
Люди в подвале нашли. Спасибо, нашелся. Не пугай нас больше так. Ну что, пойдем домой. Пойдем, пойдем. Пойдем домой. Спасибо. Пойдем. До свидания. Здорово, с кем? Нашелся. Так, ну что, нужно, наверное, ехать. Стоять? Ну-ка. Стой. Чего? Что? Дай фонарь. Зачем? Дай. Ай! Да все в порядке. А я так не думаю. Подвал грязный, рану нужно обработать. Садись в машину. И без возражений. Осторожно, не споткнись. Ой! 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 Слушай, нет, я поверить не могу. Неужели 10 лет прошло, а ты ее до сих пор не выбросил, а? Да, ничего не изменилось. Котов, скажи честно, ты хоть раз убирался здесь? Вот хамить своему лечащему врачу – это очень плохая мысль. Раздеваемся. Раз, два, три. Ну, кали уже эту свою дурацкую сыворотку. Ну, что ты ждешь? Я жду благодарности. Все, столбняк тебе больше не грозит. А нога до свадьбы заживет. Что такое? Тебе больно? Нет. У тебя действительно золотые руки. А свадьбы никакой не будет. Ну, скажи, скажи мне, что со мной не так, а? Почему меня все бросают? Сначала ты, теперь Павел. Ну, что, крокодил какой-то, что ли? Ну, какой же ты крокодил? Ты маленький, очень симпатичный дракончик. А Павел твой дурак. А я тебя не бросал. Ты сама захотела расстаться? Нет, просто ты доходчиво дал мне понять, что я тебе не нужна. Я никогда такого не говорил. Я просто как-то попросил тебя не очень усердствовать с уборкой, потому что после твоей уборки очень сложно что-либо найти. Ну, пожалуйста, хотя бы сейчас будь честным. Дело совсем не в уборке, а дело в том, что я посягнул на твою неприкосновенную территорию. Ну да, дело не совсем в уборке. Просто ты хотела меня все время воспитывать, чтоб я вставал по расписанию, слушался твоих распоряжений, соответствовал твоим запросам. И как ты получал, что Котов к ноге, Котов сидеть, Котов стоять? Ты действительно так думал? Я никогда не хотела, чтобы ты менялся. Я любила тебя. Любила этот твой бардак. Гирю эту твою дурацкую тоже любила. Мне просто... просто важно было знать, что я нужна тебе. Нужна не меньше, чем твои больные звери. Если хочешь знать, я... ушла, чтобы ты меня позвал. Да. Один твой звонок, одно твое слово, но ты уехал спасать морских котиков. Но я ведь даже не знал, я думал, ты просто больше не хочешь меня видеть. Прости, это просто нервы. Я двое суток не спала, разоткровенничалась. Пойду, спасибо тебе большое. Нет, никуда ты не пойдешь. Тебе нужно отдохнуть, горячий чай сейчас будет. А ты не смей никуда уходить, ясно?
2 ложки сахара. Сахара и лимон. А где же я сейчас лимон-то возьму? Что, думаешь, случусь? Думаешь, снова наступлю на те же грабли, да? Ничего ты не понимаешь. Поэтому молчи и не давай совета. Странно. Ты не хочешь мне объяснить, почему 2 моих постоянных клиента перекочевали к Котову? Ой, да не расстраивайся ты так, как будто в первый раз. Ты лучше посмотри, какая красота. Все-таки этот Михаил очень внимательный мужчина. Анжела, включи мозги и проверь записи. Китайская хохлатая, новообразование в районе брюшной полости. Я ее полгода вел, это была моя опухоль, ты понимаешь, моя. Хорошо, хорошо, только Котов сказал, что это была не опухоль, а грыжа. Прооперировали 2 дня назад. Сегодня плановый осмотр. Это вообще возмутительно. Кто дал ему право воровать моих клиентов? Ну, значит так, по 2 капельки на ночь, 2 капельки с утра и 2 в обед. Спасибо, доктор, вы настоящий ангел. А то некоторые говорили, что она старушка, и нет смысла ее лечить. Глупости вам говорили. Да. Все будет хорошо. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Ангел прям. Херувим. Кстати, Анжела, а твой муж в курсе, что наш ремонтник не только подвалом занимается, а? Моему мужу, судя по всему, нет до меня никакого дела. Да, этот букет подарил мне Михаил, и мне очень приятно, что хоть кто-то видит во мне женщину. Что ж, я очень рад за тебя. О, ты слышал, да? Он очень рад за меня. Вы вообще такие зайки. Кстати, а где все остальные зайцы? Где этот наш Котов, Дед Мазай, где Рита? Анжела, ну я с тобой говорю, где все? 11 часов дня уже. Все-таки разбудил. Доброе утро. Доброе утро. Давно я так не высыпалась. Который час? Ну, еще очень рано. Неужели еще 7 часов? Ну, ты слишком ответственна. Так нельзя. Ты лучше расскажи, как себя чувствуешь? Не болит ли у тебя нога? Ай. Федя. Да. Ты сейчас что, ко мне пристаешь? Да. И после того, как ты раскрыла мой план, мне срочно нужно тебя поцеловать.
Может быть, все-таки ответить? Ну, может, что-то важное. Что-то случилось? Нет, просто очень понадобился Виктории. Ну, чего ты помрачнела? Ты что, ревнуешь? Да, она абсолютно не в моем вкусе. Да более того, она неграмотно пишет. Она знаешь, как написала? Срочно едьте ко мне. Это же женщина без шансов. При чем здесь ревность? Просто радоваться пока нечему. Кошку-то мы не нашли. Кошку мы обязательно найдем. Подожди. Уже 12 часов? Не может быть. Ты, Котов, ты как всегда. Как всегда в своем репертуаре. Рит, постой. Ну, спасибо тебе. Специально перевел часы, да? Хотел меня умыть. Вроде как правильный начальник, сама опаздывает, да? Да у тебя просто паранойя. Хотел, чтобы ты выспалась. Спасибо тебе большое за заботу. Знаешь что, ты ведешь себя просто как ребенок. Да нет, хуже. Дети хотя бы понимают, что врать нельзя. А ты, пожалуйста, сегодня же сообщи Виктории всю правду о ее кошке. Понятно? Это не просьба, а приказ. Да, будет сделано, верховный главнокомандующий. Постойте, постойте. Давайте я хоть подвезу вас, а то дождь идет. Обойдусь. И вообще, если ты думаешь, что я из-за обиды на Павла кинусь к тебе в объятия, то ты сильно ошибаешься. Зонт хотя бы возьми. А вот возьму. Вот, нашла. Вы что, издеваетесь надо мной? Это что? Мне нужна справка об отсутствии паразитов. Я же вчера у вас в лаборатории была. Скажите, что-то там не готово, сегодня оставят на ресепшене. Так, успокойтесь, мы сейчас все найдем. Так найдите уже! Ага, как же, найдешь, у него тут одни гороскопы, он же... Игорь, а где ваша жена? Почему она не на рабочем месте? Вы имеете в виду Анжелу? У вас что, есть еще какая-то жена? Боюсь, скоро у меня не будет никакой жены. У вас просто выдающийся бугор Венеры. Анжелочка, вы даже не представляете, насколько вы правы. А что там насчет будущего? Можно как-нибудь узнать, что скажет одна очень привлекательная девушка, если я позову ее сегодня к себе в гости? Ну так что же пророчит мне судьба? Штраф за невыполненную работу. Или, может быть, у вас есть бригада волшебников в подчинении? Уже ухожу. А вам я советовала бы пройти на свое рабочее место и заняться своими прямыми обязанностями. А свою бурную личную жизнь оставьте, пожалуйста, за воротами клиники. А что вы на меня кричите, а? Я вам что, крепостная, что ли? У меня обед был. И вообще, может быть, у меня сейчас семейная жизнь моя рушится. Вам-то, конечно, все равно, что у человека на душе. У вас-то, наверное, все в вашей личной жизни все в порядке? Да. И вашему жениху, наверное, на вас не наплевать. Вот так вот, никакой субординации. Увидела, что коту все сходит с рук, значит, и ей все можно. А я у вас подбежал, говорит Александр, что так... Юрий, я бы на вашем месте занялась бы пациентами. Вот это мне папа подарил на Новый год. Правда красивая? А вот это вот на день рождения. Смотрите, с бантиком. Милая, правда? Ну, не то чтобы я очень верю в гороскопы, но в них что-то есть, не правда ли? Вот я, например, погода тигр, а по месяцу кошка. Люблю гулять сама по себе.
Жаль, что Артурчик, мой жених, так этого и не понял. Ревновал меня к каждому столбу, поэтому мы и расстались. Вика, я очень серьезно хотел поговорить с вами. Ой, что вы, аккуратнее, это же Белка. Вы не узнали? Посмотрите, какая она. Это Артурчик, мой жених, мне подарил ее. Специально для меня заказывал. Он, конечно же, был очень чутким и внимательным, но... Так что вы хотели сказать? В общем, ничего. Я бы никогда не подумала, что ты такой робкий. Ничего, что я на «ты», Федя. Думаешь, я дурочка? Я все давно прекрасно поняла. Я еще не до конца остыла к Артурчику. Но если ты не будешь на меня давить, я думаю, что у нас может с тобой что-то получиться. Здравствуйте. Простите, не помешал? Федор, можно вас на два слова? Знаете, Федор, я вот всех вот этих пристроек не люблю, поэтому скажу напрямую. Вы мне очень симпатичны, но за дочку я любому голову оторву. Я Вику один воспитывал. Мама ее давно с нами нет. Она очень похожа на маму. Ну, в общем, моя дочь недавно пережила болезненный разрыв со своим женихом. Я не хочу, чтобы она вновь обманула в своих надеждах. Если бы вы знали, как я этого не хочу. Извините. Да. Слушайте, я вам все уже сказал. Ваша клиника не соответствует никаким стандартам. Слушайте, резолюция о закрытии клиники подписана. Там больше нечего обсуждать. Я пойду. Да. Что? Вы серьезно думаете, что меня можно купить? Знаете что? Я вам больше скажу. Я тебе устрою. Я устрою. Если ты меня разлюбил, то ты так и скажи. Да, мне будет больно, но я не хочу тебе мешать. С чего ты взяла, что я тебя разлюбил? Ну, если ты меня любил, то ты давно бы убил этого Михаила. Да я доверяю тебе. Я не хочу оскорблять ни тебя, ни себя этой ревностью. Но если ты решила, что... Если ты решила, что тебе со мной плохо, что рядом с тобой должен быть кто-то другой, пожалуйста, я не буду мешать. Я не буду стоять у вас на пути. Значит, ты решил уволиться с работы для того, чтобы мне не мешать, да? Какое благородство, а? Ну уж нет. Лучше я уйду, понял? Я больше не могу тебя видеть. Ты вообще тюфяк! Истеричка! Тихо всем! Ну-ка, успокойтесь оба. И за работу, пока я вас сама не уволила. Скорее, это там какой-то кошачий кошмар. Даже Котов не справляется. Это не она. Нет, посмотрите еще раз. Почему не она-то сразу? Потому что это кот. Да вам просто денег жалко. Сначала обещали, а теперь жалко. Возьмите свою, возьмите. Не надо мне пихать, Котов. Я уже сказал вам, что это... Какой-то деятель по всему району объявление развесил. Нашедшему пропавшую кошку вознаграждение. Я помочь хотел. Я прошу вас, услышьте меня. Вы... Ну, сейчас поможешь. Вместе пойдем объявление снимать, пока нам всех бездомных кошек города сюда не принесли. Тихо всем! Все, всем спасибо, все свободны. Проходим. До свидания. Здрасте, можно? Да, конечно. О, опасная у вас работенка. Ну, я смотрю, у вас тоже не пыльная. Вы, говорят, чудеса творите? Вот решил воспользоваться случаем, спросить совета. Ну и кто там у нас? Миша! Я все говорю! Миша! Ты заткнешься когда-нибудь, сволочь? Потуши мой огонь, Миша! Ну вот, слушайте, можно как-нибудь сделать так, чтобы этот гад больше не трепался? Я не совсем вас понимаю. Миша! Миша! Просто... Понимаешь, два месяца назад этот гад всех моих баб
поименно супруги слил. Я еле жив остался. Ну, конечно, обещал, что больше такого не повторится. Ну, разве перед вашей Анжелочкой встаешь? Сам понимаешь. Ну, а тут такая ситуация. Моя Люська уехала. Ну, и я хотел с Анжелой, так сказать. Ну, понимаешь. Ну, что, поможешь? Ну, во-первых, мы с вами на «ты» не переходили, это раз. А во-вторых, вашу просьбу исполнить невозможно. Миша, подожди! Миша, подожди! Тогда усыпите его. Иначе его собственными руками придушу. Ляпни меня, крошка! Но это если руки не отсохнут. В смысле? Я слышал, вас укусила кошка. Ну да, и что? В общем, я вынужден вас огорчить. Пришли результаты анализов. У нее обнаружена гранулема маляры. Чего? Это очень серьезное и опасное заболевание. Как? В смысле? Оно что, передается человеку? На вашем месте я не тянул бы с обследованием, потому что с лимфовертикулезом шутки плохи. Чем раньше сделаете обследование, тем больше шансов выжить. А попугая можете пока оставить здесь. Да. Спасибо, доктор. Михаил, я тут подумала, кажется, сегодня вечером я совершенно свободна. Да, отлично. Да? Ой! Простите. Стесняюсь спросить, а вы куда? Что, ремонт закончим? Да. Ну, что-то типа того. Я все квитанции занесу завтра. Если, конечно, доживу. Завтра вообще-то выходной. Он что, действительно все закончил? А ну-ка, пойдем. А ничего не сделано? Как же так? Он же петух. Надежный, ответственный. Может быть, что-то случилось, а? Неужели он из-за попугая так расстроился? Что? Подожди, он что, был на приеме у Котова? Да. Ему не будет больно. Не волнуйся. Ну, ничего не почувствует. Ты же ведь не хочешь, чтобы он мучился, а? Не плачь, мой хороший, мой маленький. Что с ним? Вирусный энтерит. Подожди, так это же лечится. Ты что, в доктора записалась? Она собаку на помойке нашла. Иммунитет ослаблен, прививок нет. И потом дворнику домой родители не возьмут. Значит, родители на дорогое лечение не раскошелятся, и ты... И ты не тыкай, а давай оформляй и не умничай. Ну что, ты попрощалась? Ну вот, давай я собачку заберу. Сейчас вот тебе тетя объяснит, что дальше делать. Ну, пойдем. Пойдем, мой хороший, пойдем, пойдем. Да, и запиши там первичный осмотр и рентген. Угу. Пойдем, мой хороший, пойдем. Замечательно. То есть ты, как всегда, молодец, я вообще ничего не понимаю. Кто теперь нам ремонт сделает, а? Что такое? Чего рыдаем? Извини, брат, не в той семье ты родился. Ты что, берега потерял? Котов! Ну-ка, давай посмотрим тебя. Люба, срочно готовь операционную. Какой операционную? Ты мой диагноз видел? А ты рентген видел? Или когда деньги считал, совсем ослеп? Нет там никакого энтерита, там инородное тело в пищеводе. Что думаешь, я ослеп? Если ты замутил интрижку с нашей начальницей, то тебе все можно? Ты свой нос не суй куда не надо, а то я тебе его совсем оторву. Понял? Понял. Идем, мой мохнатенький. Ты еще об этом пожалеешь, Котов. Да. Да. То есть вы готовы все сделать за сутки? Замечательно. Да, какие у вас расценки? Да, спасибо. Так, если вы опять пришли сплетничать про Котова, мне сейчас правда не до этого.
Даже так? Хорошо же он вас обработал. Что вы себе позволяете? Вопрос в том, что себе позволяет ваш любимчик. Вот, рукоприкладство на рабочем месте. А в данный момент он проводит неплановую операцию. Причем без всякой подготовки и не через кассу. Что вы на это скажете? Эх, я надеялся, что вы не тот человек, которым можно манипулировать, Маргарита Александровна. Но, видимо, я ошибался. Спасибо. Ничего, ничего. Ему мой нос дорого обойдется. Это уже не просто несоблюдение дисциплины. Это уже нанесение легких телесных повреждений. И я напишу заявление. Вот так. Тоже мне писатель, а? Да не слушайте вы его. Может быть, он свой длинный шнобель вон дверью прищемил. Что? И вообще, если вы уволите Котова, то я точно уйду. Скажите, моего Мухи больше нет? Ну, как это нет? Он жив-здоров, передавал тебе привет. А почему Муха? Он же мальчик. Потому что, когда он вырастет, он станет Мухтаром. Угу. Вы самый лучший доктор на свете. Ну, спасибо тебе. Ты беги, завтра навестишь его. Что значит беги? А платить-то кто за операцию будет, а? Ну, хотя бы я. И я. И я того же мнения. Ничего, скинемся. Я понимаю. Я понимаю, у вас замечательный коллектив. И, насколько я успела заметить, вы все очень хорошие и добрые люди. Но я решила, что поблажек не буду делать никому. Ни гениальным врачам, ни тем, кого на километр нельзя подпускать. Ни к людям, ни к животным. Вы сегодня поставили пациенту неправильный диагноз. И чуть не убили его. Так вот, я считаю, что вы не соответствуете занимаемой должности. И хочу, чтобы вы сегодня же написали заявление об уходе. Как? Уже больше года у вас не было срывов. Динамика просто замечательная. Ой! Помогите, полиция! Убью! Своими руками убью! Тварь! Поверьте, она не виновата. Она ни в чем не виновата. Да давай вместе вести это дело. Она же акула, кого хошь сожрет. Да не акула она никакая. Понимаете, у меня память, она какими-то кусками. Вы все вспомните. Ну, то есть она может кого-то убить и просто забыть об этом? Кто-то еще был. Кто? Бумага, ручка, пишите заявление. Вы грубейшим образом нарушаете трудовой кодекс. Знаете, у меня нет ни одного нарушения, ни одного взыскания. Я подписывать ничего не буду. Ясно? Вы умышленно поставили пациенту неправильный диагноз. Умышленно? Это ваш Котов вам наплел. Пусть докажет. Надо будет, докажет. Пишите. Я завизирую заявление и разойдемся мирно. Нет, мирно у нас не получится, милочка. Я не позволю вытирать о себя ноги.
Вы об этом пожалеете. И очень сильно пожалеете. Вы сейчас что, угрожаете мне? Я? Что вы? Я просто констатирую факт. Вы не справились с управлением клиники. И лицензии вам не видать. Так своих ушей. Сидеть! Все. Ушел этот неприятный дядька. Неприятный-то он неприятный. А сегодня он неприятно прав. Ну, молодец. Поздравляю, растешь на глазах. Зачем тут поздравлять? Так психануло. По закону же я действительно не могу его уволить. Ну, а если подключить голову и вот так спровоцировать, что он нарушит весь трудовой кодекс по пунктам? Нарушение техники безопасности, оставление рабочего места и т.д. и т.п. Ты издеваешься? Нет. У тебя что вообще в голове? В данный момент у меня трудовой кодекс. Смешно. Нет, ветеринар ты, конечно, отличный. Но я просто поражаюсь твоей безответственности. Ты к чему-нибудь вообще в жизни относишься серьезно, а? Да. Эй, я к тебе серьезно отношусь. Да ты что? Очень серьезно. Вот, например, завтра выходной. Поехали в Подмосковье. Ты там не была. Я тебе усадьбу, парки покажу. Завтра я хочу заняться ремонтом подвала. Неужто ремонтников нашла? Нашла. Я ремонтник. Представляешь? Да никто не хочет соглашаться просто. Ну, а и сроки, поэтому решила, буду делать сама, и помощники мне не нужны. Спасибо, что решился мне помочь. Вдвоем все-таки веселее, чем одной. Не за что. А это что такое? Доброе утро. Как говорится, ранняя пташка червячка склюет. Доброе утро. Здрасте. А что вы здесь делаете? Ну как же. Котов позвонил, сказал, что вам помощь нужна. Вот. А, да? Да вы не переживайте, я на самом деле очень хороший специалист по ремонту. Вы тоже? Я помню, мы как-то с Анжелкой решили обои переклеить. Ну, старые ободрали. Я говорю, давай новые клеить. Она говорит, нет, новые можно только в пятницу. Ну, по гороскопу. Вы же знаете, как она верит во всю эту чепуху. Ой. Я помогу. Ну, во всяком случае, нас теперь трое. Это уже что-то. Ну да, трое, не двое. Изысканный, ты понимаешь? Изысканный оттенок должен быть. Ну, немного ультрамарина и все. И все! Здрасте. Здрасте. Ой, Рит, ну согласитесь, пожалуйста, что вишневый намного лучше, чем какой-то там ультрамарин. Не какой-то там ультрамарин, а благородный, выразительный оттенок. Ну, скажите ей, Рита. Рита! И в том, и в другом есть своя прелесть. Я так рада, что вы здесь. Спасибо. Это вам спасибо, Рит. Я вообще обожаю в краске возиться. В детстве думала, кем стану, художником или ветеринаром. А я бы целый день одна дома просидела. Игорь ведь теперь на даче живет. То, что надо было меньше Мише глазки строить. Давай не будем о Мише, ладно? Миша Подоскон! Миша Подоскон! Нет, а как вы здесь оказались? Позвонил Котов и сказал, что надо прийти. А мне тоже Котов позвонил. Я думала, что это его идея. Так, давай мешай, а? Ага. Давай вишневая. Нет. Ничего себе, прям как в фильмах про войну. Ну и как разбирать этот хай-тек? Да. За день точно не управимся. А где Котов-то? Что, отсыпается? А вы что, Котова не знаете? В самый ответственный момент и в кусты. Я даже не знаю, с чего начать. Главное начать с правильного настроя. Котов! Thank you.
Эй! Откройте! Так, кажется, все. Кто молодцы? Мы молодцы! Даже не верится. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Да. Слушайте, и оттенок такой классный подобрали. А? Я вот в кухне такой хочу. Как ваш палец не болит? Ты знаешь, не бывает ремонта без производственных травм. Так что ничего. Подождите, а кто это там стучит? Там же русским языком написано, клиника закрыта. Значит так, я хочу, чтобы вы вернули мне мои деньги. За моральный и материальный ущерб. Какой вот. Ущерб? Какой? О, а вы вот у него спросите. Я ходил в платный их медицинский центр, сделал анализы. И никакого этого, черт, как его, лимфовитикулеза у меня нет, ясно? Ну, на нет и суда нет. А вы сказали, что есть. Поэтому я требую компенсацию за анализы и за нервотрепку. А к тому же там еще и парковка платная. Миша, Миша, я твоя! Заткнись! Птицу не тронь! Я тебе сейчас такую компенсацию устрою. Ты... Никакой ты не петух, а павиан похотливый! Да сама ты такая, ясно? Вертихвостка! При живом-то муже на чужих мужиков вешаешься. Я тебе сейчас... Что, что? А ну-ка, подожди, 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 я сам. Я сам. Ну-ка, пойдем. Выйдем. Поговорим по-мужски. По-мужски? Да. С тобой, что ли? Да, со мной. Давай. Пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Они что, сейчас подерутся? Иди сюда. А? Игорь, не связывайся с ним, я тебя умоляю. Тихо, тихо, тихо. Не вмешивайся. Иди сюда. Ну, ты. Игорь. Что хотел сказать-то? Ты вор. Ты трус, ты жалкий раб. Чё? Это Пушкин, идиот. Ха. Пушкин? Да. Отлично. Пушкин. Хорошо. Давай. Игорь! Сейчас я тебе такого Пушкина покажу. Да. Так, не трогай его! Ну ты... Давай! Ты что, обалдел, что ли? Идиотка! Я сейчас... Я вас сейчас обоих... Я вас... Я вашу клинику в интернете так ославлю! Долго еще помнить будете, ясно? Ура! Ура, мы победили! Да ты чего? Ну, теперь я точно знаю, что ты меня любишь. Ну, ладно. Ну, пошли. Прости меня. Пойдем домой, а? Ты переоденешься, там у меня курочка в холодильнике. Нет, нет, я на дачу. Как на дачу? Ну, мне надо подумать. Просто наши отношения, мне кажется, требуют переосмысления. Мне нужно время. Прости. Игорь! Игорь! Это был какой-то не ремонт, а целое приключение. Я все маме расскажу. Даже не верится, что все получилось. Матвей, у тебя тут, кажется, краска осталась. Пойдем-ка я от тебя это отру. А потом пойдешь домой, мне тоже пора. Люба, спасибо тебе большое за помощь. Матвей, я скоро приду. Ты знаешь, я все-таки хотела тебя спросить. Нет, мне интересно. Нет, можно я первая спрошу? Почему все-таки ты решил? Можно я первая решила спросить, и ты мне ответишь, почему ты решил? Я хотел задать вопрос. Дашь ли ты мне еще один шанс?
если ты скажешь, почему ты решил мне помочь. Потому что... Ключи от моей квартиры, и я тебя очень прошу, как можно чаще нарушай мою территорию. И торжественно обещаю нарушать твою территорию. И обещаю не контролировать твою свободу. А я торжественно обещаю стать гораздо ответственнее. Еще правило первого шага. Какое правило? Это я только что придумал. Правило первого шага – это... Просто когда в следующий раз мы вдруг захотим поссориться, поругаться, не надо разбегаться. И терять друг друга, потом искать. А надо просто сделать шаг навстречу друг другу и... Кто должен делать этот первый шаг? И ты, и я. Наш первый шаг. И ты, и шаг, и я, и шаг. И ты, и шаг, и я, и шаг, и шаг! Рита. Я тебя люблю. Рита! Я тебя люблю! Рита! В общем, поехали. И давай его возьмем, чтобы ему не было так одиноко. О, Геннадий Петрович. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я к вам. У меня состоялся разговор с дочерью. Виктория очень расстроена. Вы игнорируете ее звонки. После того, что я видел у нас дома, я крайне озадачен. Ну, вы меня неправильно поняли. Все, я правильно понял. Я не ожидал, что вы такой негодяй. Не смейте приближаться к моей дочери. На пушечный выстрел. Вы специально хмурили ее, чтобы получить лицензию. Да у меня в мыслях не было. Значит так, лицензии вам не видать. И клинику вашу я закрою. Я терпеть не могу. Безответственных, беспринципных людей. Всего хорошего. Ну, знаешь, вот тут ты просто превзошел себя. Рит, постой. Как ты меня вообще к этой кукле ревновать можешь? Меня не волнует, что ты был дома у Виктории. И я не ревную ни капельки. Просто твоя безответственность довела дело до того, что теперь пострадает вся клиника. Вот этого я тебе никогда не прощу. А как же первый шаг? Первый шаг. Делай сам свой первый шаг. И шаг. И шаг! И шаг! И шаг! Игорь, слушай, мне тут уехать нужно будет. Ты меня не подменишь? Да, и рыбу с попугаем подкормить. Да, попка теперь у меня. Слушай, давай без подробностей. Я вернусь тогда, когда Светлана выйдет на работу. Спасибо, друг. Спасибо. Нет, я не сбегаю от проблем. Просто не нужно меня постоянно отчитывать, как маленького ребенка. Вот что ты на меня смотришь? Рита! Рита! Да, она тоже в чем-то права. Ладно. Звоню. Вик, здравствуйте, это Федор. Нам нужно встретиться и очень серьезно поговорить. Очень серьезно? А ты знаешь новое отель на Карбышева?
Там, говорят, появился отличный ресторан. Может быть, встретимся там сегодня? Через 2 часа, например. Договорились? Договорились. Смотрите, какой красавец. Как можно было такого на лестнице оставить? Я не понимаю, как можно было такого подобрать. Ну не оставлять же. Он же там погибнет. Точно торт не будешь? Не, я вообще сладко не люблю. Здорово. А вы чего такая расстроенная? Все же было хорошо. Смотрите, какой привередливый. Печенье не ест. Давайте ему торт дадим. Давай. Светочка, привет. Привет, Ритуль. Почему у тебя опять глаза на мокром месте? Да ничего не на мокром. Это у тебя камера просто искажает. Пойдем, Эдик. Слушай, хватит врать. Давай рассказывай, что опять случилось? Терпеть не могу командировки. Особенно, когда что-то идет не по плану. Ты про Риту? Успокойся. Пора начать новый этап. Кстати, до поезда еще есть время. Можем подняться в номер. Ты их знаешь? Мужика знаю. Это с ним Рита целовалась. Он-то что тут делает, а? Господи, ну, увидел новый ресторан, вывеску. Успокойся. Виктория, я хотел с вами очень серьезно поговорить. Вот так, да? По ресторанам, значит, ходим, да? Романтический ужин. Ты что, следишь за мной? Знаешь что, моя личная жизнь тебя больше не касается. Вика, извини, мне срочно нужно уйти. Куда? Паша, подожди! Вика, слышишь? Не смей к ней прикасаться. Сейчас вышел, он больше сюда не зашел. Молодой человек, послушайте меня, пожалуйста. У меня с Викой ничего не было и не будет. Я вообще люблю другую женщину. Как другую? Вик, вы меня, конечно, простите. Я собирался это, как сказать, поделикатнее, но вот выходит вот так. Кто она? Я вам звонил. Я хотел сказать... Слушайте, хватит мне вешать лапшу, я сказал. Я же верни больше. Ты мужчина, И все-таки не принимай поспешных решений. Да, по-моему, уже все предельно ясно. Ничего не ясно. У Котова, конечно, много недостатков, но он не подлец. Он не стал бы крутить 2 романа в наглую параллельно. Ой, Свет, ты меня уже 2 часа утешаешь. Мне сейчас еще и за это будет стыдно. Да ну перестань. Главное, ты все поняла. Да. Ой, это Котов, наверное. Я тебя умоляю, дай ему объясниться. Дай ему шанс. Все, давай, пока. Удачи. Света, Свет. Рит, привет. Мы оба с тобой совершили ошибки. Знаешь, мы слишком много вложили в наши отношения, чтобы все разрушить, повинуясь какому-то первому порыву. Словом, я пришел мириться. Нет. Напрасно. Ничего не будет. Подожди. Если это дело в твоем ветеринаре, то я должен сказать тебе, что ты делаешь невыгодные инвестиции. Вот смотри. Он сейчас в ресторане с молоденькой девушкой и прекрасно проводит время. Вот, смотри. Вот он твой ветеринар. Смотри. Подглядывать подло. Подожди, по-моему, это он поступает подло. Я сам видел, как он страстно целовался.
Да, но для нас это ничего не решает. Паш, все, уходи. Подожди, что, это твое последнее слово? Да, абсолютно. Между прочим, Ира собирается тебя уволить. Останешься без работы и на бабах. А я бы мог повлиять. Убирайся отсюда! Лита! Правда, я не собирался драться. Но вот его нужно было как-то утихомирить. Лицо человеку не надо было портить. И вообще, если бы ты мне мозги бы не пудрил, ничего бы этого не было. Я никому не пудрил мозги. Ты сама себе все придумала. И вообще, где это видно, чтобы кошки из клиник сбегали? Вот скажу отцу, пусть он закроет вашу Шарашкину контору. Виктория, ну, хорошо, я такой сякой, я плохой. Но при чем тут люди? При чем сотрудники? При чем тут коллеги? Я тебя прошу как человека, пожалуйста, пообщайся с отцом, пусть он никого не трогает. Погоди, он пудрил тебе мозги или нет? Да какая разница? Чего ты к словам цепляешься? Пудрил, не пудрил. Главное, что белочка пропала. Вот именно, потому что он тебе лапшу вешал, ты уши свои развесила, и тебе уже было не до белочки. Да как ты такое вообще можешь говорить? Я любила ее как ребенка. Да это я ее любил. Я тебе ее подарил на нашу помолвку. Чтобы у нас семья была, все как у людей. С кошкой. Чтобы жила у нас на даче. Да, Белочке на даче было очень хорошо. Да, хорошо. Поэтому не надо было возить ее в город. С дачи она бы не сбежала. Так, тихо. Кажется, я знаю, где найти вашу Белочку. Я просто хотела, чтобы Игорь меня приревновал. Хотела убедиться, что он меня любит. А он почему-то со мной не разговаривает и опять уехал на дачу. Доброе утро, коллеги. Прошу заметить, 7:15. Никаких нарушений дисциплины. Ну что, Маргарита Александровна, какие будем придумывать причины, чтобы меня уволить? Юрий, я занята. Ну что же, я так и думал. Тогда пойду работать. А если он вообще захочет от меня уйти, а? Вот уедет куда-нибудь, как Котов. Как? А как Котов? Куда-то уехал? Я не знаю. Он позвонил и попросил покормить рыбку и попугая. Ну? Мне Игорь сам сказал. Между прочим, нарушил обет молчания. Хорошо. Привет. Мне очень жаль, что вы меня не застали, поэтому можете сказать все, что вы хотели. А возможно, даже и больше. Я сейчас тебе все скажу. Ты всегда убегаешь от проблем. Но бросить клинику в такой трудный момент мог только настоящий трус. Знаешь что, Котов? Уехал и уехал. И я вообще не желаю тебя больше видеть. Здравствуйте, Геннадий Петрович. Добрый день. Мы можем начать инспекцию подвала в занимаемом вами помещении? Да, конечно. Вот, пожалуйста, наш подвал. Ремонт закончен. Девочки долго спорили, ультрамарин или нет. А мне все-таки кажется, что это голубой. Это что? Это просто не высохло. Это называется халтура. Позвольте. Простите. А, извините. Геннадий Петрович, а можно с вами поговорить о делах клиники, так сказать, тет-а-тет? Пройдемте в более удобное помещение. В клинике царит семейственность. Что называется, рука руку моет. Вот наша девушка на ресепшене, она жена ветеринара. Чайку? Спасибо. Ага. Исполняющая обязанности начальницы накроет какие-то шашни с нашим хирургом. Представляете? Может, что погорячее? Нет, спасибо. И главное, руководство допустило преступную халатность, в результате которой была потеряна кошка Виктории.
вашей дочери. Наша кошка попала? Да. А вот это уже форменное безобразие. Так надо же принимать меры. Примем. Вот так вот. Артурчик, ну неужели она могла сюда сама добраться? Надо было увозить ее с дачи. Ну, Артур. Надо искать. Давай. Изабеллочка. Белла. Белочка, девочка моя. Белла. Ну ты где, малышка? Ну, пожалуйста, найдись, Белочка. Белла, Белла. Белла, Белла, Белла. Надо посмотреть за домом во дворе. Да, пойдем, пойдем. Белла, Белла. Виктория! Виктория! Да, ты нашел ее? Нашел нашу Изабеллку? И не одну. Ой, Изабеллочка, девочка моя! Какое чудо! Артурчик, иди сюда! Ты посмотри на это чудо! Спасибо вам большое, вы настоящий доктор Котов. Я же говорил, что кошки возвращаются туда, где им когда-то было хорошо. Нашлась. Нашлась, слава богу. Нашлась. Слушай, ну четверых, четверых. Геннадий Петрович, это я во всем виноват. У нас прекрасные, замечательные сотрудники. Вот, и мне бы очень не хотелось, чтобы из-за моей некомпетентности они пострадали. Они следовало изначально заниматься не своим делом. Заткнись. Заткнись, сказал! Извините. Алло. Вика, доченька, что случилось? Я не слышу тебя. Я не слышу. Ты плачешь или смеешься? Еще и собаку свою сюда вонючую притащила. О, достала! Затишка! Василиса, фу! Папочка, миленький, ты не представляешь, что сейчас произошло. Я на нашей даче. Мы нашли Изабеллу, представляешь? Она с четырьмя котятами, с черненьким, все маленькие такие глазки у них. Андрей, сделай что-нибудь! Ко мне, Василиса! Василиса, ко мне! Ну все, все, все. Я это так не оставлю, я в суд подам. Геннадий Петрович, я надеюсь, это вы так не оставите. А? Ну, прикройте эту шарашкину контору. Собака бросилась на вас, потому что от вас разит алкоголем. А распитие спиртных напитков на рабочем месте – это безоговорочный повод для увольнения, безо всяких компенсаций. Как же так? Что же это получается? Собаку на живого человека травить можно? А... Да ведь это же нанесение тяжких телесных. Я этого так не оставлю. Вы еще пожалеете. Вы знаете, у меня тоже был Леон Бергер, но 5 лет назад вот такой вот коновал залечил его до смерти. Слушайте, это может показаться бестактным с моей стороны. А можно я ее удочерю? Матвей, разрешим? Я обещаю поговорить с твоей мамой, и она обязательно купит тебе собаку, правда. Тем более, что ты показал себя как отличный хозяин. Разрешим? Ладно. Спасибо. Геннадий Петрович, скажите, что будет с клиникой? С клиникой? А мне еще звонила дочь. Вы уж простите, но в моей жизни самое ценное – это счастье дочери. Доктор Котов нашел ее кошку. Но подвал отремонтировали, документы в порядке, я не вижу причин не выдать вам лицензии. Правда? Спасибо! Белочка моя, девочка. Ну что ж, мамаша и детишки здоровы, так что счастливо оставаться, я до города сами доберетесь. Слушай, называть нужно обязательно на одну букву. Вот мать у нас Изабелла, значит, это будет Игорь,
А это Иван. Какой Иван? Ты что, с дуба рухнул? Я хочу, чтобы был Ларион или Иннокентий. Слушай, только не Иннокентий. Я учился с этим Кешей, с ним проблема один. А почему ты меня никогда не слушаешь? Я хочу, чтобы был Иннокентий. Слушай, ну Кеша — это попугай из мультика, а это Игорь. Ну, как? Отлично! Прекрасно! Ура! Ура! Лицензия имени Риты. Рита у нас героиня. Да нет, почему Рита? Вы герои. Я без вас бы не получила эту лицензию, правда. Ребят, и знаете что? Хоть мы и не выпиваем на работе, я хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы такие прекрасные. И никогда бы у нас не было вот этой лицензии, если бы не вы. Я очень рада, что Свет такие замечательные сотрудники. А еще... Еще я уверена, что именно с этого дня у Зверовиты начнется новая, еще лучшая, успешная жизнь. Ура! 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 Ну, раз пошла такая пьянка, я тоже хочу сказать. Игорь, поставь. Игорь, прости меня. Ты, конечно, собака, но... Но сама добрая и верная. Пожалуйста, не бросай меня. Да ты что? Я и не собирался. Ну, иди сюда. Знаешь что? Помнишь, я говорил про осмысление. Я долго думал. И мне кажется, все наши неурядицы из-за того, что у нас нет самого главного. Нет того, что нас объединяет. Анжел, нам нужен ребеночек. Если ты, конечно, не против. Да я за. Да? Всеми руками и ногами. Дима, хорош. Подожди, послушай. А если начать прямо сейчас, то по гороскопу он будет рак. Да, рак. Как же хорошо стало. Жалко только, Светланы с нами нет и доктора Котова. Во-первых, я соскучилась. А во-вторых, мне приснился плохой сон. Мам, а хозяйство-то на кого оставила? На соседа. Да ты его знаешь. Я так и сказала, поеду навестить своего непутевого сына. Я, кстати, тебе звонила, но у тебя почему-то не работает телефон. Ты мне не рад? Ты думал, что кто-то другой приехал, да? Ну почему, мам, очень рад. Очень. А вы знаете, кто к нам приехал? Угадайте в трех раз. Боже мой, Федя. Неужели мама? Светка! Ой, аккуратно. Я тебе ничего не сломаю, а? Нет, не сломаешь. Они, знаешь, там на совесть делают. Ты что, сбежала? Конечно, сбежала. Ну как я могу валяться в больнице, когда тут такое? Взяла билет на ближайший рейс и прилетела. Клинику спасать. Ее уже спасли. Да, как-то так. Матвей мне все рассказал в красках. И про Юрия, и про ремонт, и про лицензию. Ритка, ты просто гений. Да ну ладно, гений. А, самое главное забыл спросить. Ты с Котовым помирилась? Ну и кого ж ты хотел здесь увидеть, а, сынок? Мам, тебе показалось.
Да не показалось. Не показалось! Что уже проболтался? Рита, Риточка, я тебя люблю! Рита! Ты мерзавец. И кто ж такая эта Рита? Не твоя бывшая невеста? Позвони, пусть она немедленно приезжает к нам в гости. Я ее 100 лет не видела. Мы уже снова поссорились. Ну и что? Вот позвони и извинись, у тебя повод есть. Не буду ей звонить. Она меня не видит, не слышит, не хочет. Тем более, надо позвонить и извиниться. Я тебе сейчас все скажу. Ты всегда убегаешь от проблем. Но бросить клинику в такой трудный момент мог только настоящий трус. Знаешь что, Котов? Уехал и уехал. И я вообще не желаю тебя больше видеть. Ну и что такого? Может, у нее на это есть основания? Ладно тебе. Милый бронец только тешится. Звони, я тебе говорю. Ты куда, Федор? В общем, мне нужно уехать. И как можно скорее. Ну почему? С Котовым нам все равно быть не судьба. Мы в одном городе с ним ужиться не можем. Не то, что в одной клинике. И потом, ты знаешь, он не вернется, пока я тут. А что для клиники важнее? Какая-то Рита? Или блестящий врач? Ну, как знаешь. Не буду же я тебя за руки удерживать. Я прямо сейчас закажу билет по интернету. И завтра уеду. Ну что, спасибо тебе за все. И за клинику, и за Матвея. Я буду очень скучать. Да. А с тобой? С тобой мы будем переписываться по интернету, да? Рит, еще не поздно передумать. И вообще, весь этот твой отъезд напоминает побег. Да, наверное, может быть, но я не вижу другого выхода, правда. Счастливо. Да, Свет, совсем забыла. Передай, пожалуйста, Котову ключи. Это от его квартиры. Хорошо. Ешь, а я потом посуду помою и поеду. Мам, ну я ж тебя не гоню. Сходи вон по Москве погуляй. В кои веки раз приехала. Мам! И ты, Ишак! И я, Ишак! Чего? Ишак! Мам! Что? Что случилось? Слушай, тут одна жестяная банка стояла, ты не видела? А, старая банка из-под сахара? Да. Так я ее выкинула. Ну а что в хлам-то собирать? Как выкинула? Баночку выкинула, а содержимое припрятала. Что вы такая грустная? Может, вам радио включить? Нет, спасибо. А я тоже не люблю. Надоели эти новости. И телевизоры я не смотрю. Ну, разве что про животных. Вот животных я очень люблю. А вы любите? Угу. С ними столько всяких интересных историй.
Вот помните, совсем недавно все обсуждали, что то ли в зоопарке, то ли в питомнике подружились амурский тигр и козел. Помните? Угу. Вот я до сих пор думаю, могло ли такое быть? Ведь порой даже люди не могут найти общий язык. Согласны? Ну, а тут животные. Травоядный и хищник, между прочим. Могло ли такое случиться, чтобы они подружились? А если могло, то это чудо. Вот вы как вообще думаете? Чудеса случаются? Стерилизация – это большой философский вопрос. Я вам в этом деле не советчик. Это ваше решение и ваша ответственность перед животным. О, добрый день. Здравствуйте. Привет. Ты мне не рад? Почему рад? А где Рита? Рита уехала. Как уехала? Куда? Когда? Ну, не совсем уехала. У нее поезд через 10 минут. Это тебя. Извините, пожалуйста. Рита, я прошу тебя, я прошу, не уезжай, пожалуйста. Я сейчас приеду на вокзал, нам нужно поговорить с тобой. Не нужно приезжать на вокзал. Ну как не нужно? Даже подсудимым дают последнее слово. Потому что никуда не нужно приезжать. Ты меня прости, пожалуйста. Нет, нет, это ты прости меня. Я был полный идиот. Нет, это я во всем виноват. Нет, это не ты. Это, что не я? Вернее, да, это ты, но... Подожди, я запутался. Я... Нет, мы правда оба какие-то дураки. Прости. Стой. Сейчас. Что? Рит, я хочу тебе сделать предложение. Какое? Ты выйдешь за меня? Я однажды видела уже эти кольца. Я тебе обещаю, что сейчас будет все по-другому. Ты скажи только да или нет. Будет ли все по-другому? Да, будет все по-другому, только нужно твое согласие. Изучаю болезни экзотические. Закрытая секретная исследовательская лаборатория. Возглавляет ее некто Роман Куницын. Я ваш лечащий доктор Куницын Ирина Владимировна. Два светилы вирусологии в НСИ. Этот кабинет должен был возглавить я. Рома изобретал препарат, который поборет этот вирус. Что бы со мной ни случилось, доведи мое дело до конца. Вы понимаете, чем рискуете?